Добрый день, дорогие зрители! С вами канал Мир ММО Игр. И в сегодняшней серии Foxhole мы будем с Иванычем заниматься большей частью логистикой. Будем пытаться привозить ресурсы на фронт и также попытаемся построить в конце какой-то хороший танк, если ресурсы останутся. Мы этим еще ни разу не занимались, поэтому, я думаю, будут тупняки, но, тем не менее, мы должны разобраться и сделать дело. Да, всем привет! Ну, я думаю, что тупить мы не будем по той причине, что там все достаточно просто. Я вчера добывал ресурсы с одним пациком. Там главный нюанс, который нам надо с тобой понять, какая машина нужна для того, чтобы привозить те или иные ресурсы. Потому что в остальном там ничего сложного, в принципе, нет. Ну, ты сам сейчас все увидишь. Так, ну, я уже на деплое, иду на высадку. В какую территорию прыгаем? Подожди, деплоя тут нету, деплоя. Надо где-то в другом месте деплоиться. Не-не, на карту выше, мы не так бежим наверх. Даже лодки, видите, есть. Ну, сейчас выберем точку. Я, кстати, видел как-то вид от, как будто от первого лица. Можно как-то приключить интересные виды, чтобы посмотреть от первого лица? Когда вот мы бегаем, было прикольно. О, мы мост забрали! Да, мы мост забрали с другой стороны, смотри. Так. Алчин стейт, видишь Алчин стейт? Не, я еще на депо не перешел. Вот, депо, все. Ну... А, да, кстати, с другой стороны, вот. Мы реально мост забрали, но мы потеряли левый сектор. Ну, левый сектор, да, понятно, нас там все сбили. Так, ну, куда будем лететь? Нам нужно заниматься логистикой, как, откуда ехать, что делать. Ну, давай смотри, давай сделаем, давай вот Alchim State, вот это Estate, летим туда. Там посмотрим, что вообще есть, а что надо туда возить. Ну, хотя бы, чтобы определиться. Ну, давай. Я нам полетел. Надо понять, где точки с добычей ресурсов. Да, и будем сейчас сделаем машины, и просто на ближайших точек будем возить металлолом и все прочее там. Ну, то, что надо. Там на бенз, на металл, на заводы. Вот, а мы смотрим, что это вообще есть. Здесь есть базуки, нету... Нет, двадцатки даже есть, даже противотанковые винтовки, нифига себе. Нифига себе, зато он хороший вообще затар. О, Сальваш Майн. Чувак, идем найдем, где машины, танки можно сделать, найдем эту точку, тут дофига ресурсов вокруг. Точки, смотри. Тут есть сейф. Сальваш Майн есть и есть Сальваш Фил. Ага, вижу. Два типа ресурса, только на... Вот танки, тут машины можно сделать сюда. О, что тут это было? Так, нам стреляют. Давай, наверное, возьму туда хотя бы вооружение, чтобы машину как-то опекать. Я возьму автомат хотя бы и пару магазинов. Это нас могут, ну, типа, мужики, которые саботажем занимаются, встретить. Хотя бы ж можно было отстрелять их. Вот машина приехала. Ни хрена себе тут танки. Че там, все хорошо? Тут офигенные танки стоят, чувак. So how's it going up here, boys? Тут ПТ-САУ офигенные стоят на передовой. Тут пацики с нормальной техникой. Блин, фигово, надо понять, как... А, вот, я тебя вижу, у меня стрелочка появилась на тебя, по всей видимости. А я тебя не вижу. А я тебя вижу, ты сверху у меня. Так, где можно машины создавать? Нам надо найти место, где тачки крафтятся, я пока ничего так, не нашел. Так, ты вчера занимался немножко логистикой, хотя бы давай теперь объясни мне, что надо делать, потому что я воевал, я зачастую логистикой не занимался и не совсем шарю, что я могу делать. Для начала давай найдем завод, в котором можно производить танки. Нам нужен завод, надо найти. Я не понимаю, где завод есть. Бункер. Думаешь, он тут есть? Нам ищи. Ну вот смотри, завод должен выглядеть вот так. Смотри, иди сюда. Я тебе покажу. Это просто разрушенный завод тут стоит. Вот. Вот такая вот хрень, это завод. Вот тут я ее видел. Жди, вот тут где-то. Where's the не тут, вниз. Идем вниз. Сейчас я тебе покажу, ты понял, что надо искать. Тебе надо здание такое с площадкой. Вот на той, в том здании, ну, в таких зданиях можно производить технику. И нам... Вот, блин, тут не пройти. Сейчас, я где-то тут видел я здание, пока с тобой не иду. Найти. Блин, а вот ресурсы, кстати. Вот эти ресурсы можно, по-моему, забирать. Вот это вот, если не ошибаюсь. Да, вот это надо собирать. Нам нужна машина, видишь, чтобы это все загрузить. Вот это надо все загружать. Только так, блин, где завод, ё-моё? Сальваш Майн. Ну понятно, мы на Сальвашке ладно, находимся. Пошли через мост. А мост построили, что ли? Да, пошли. А это разве он? Мост это не он, походу. Или тут мы... Не, мы не тут воевали. Ну это второй. Это второй мост, соседний.
А, с другой стороны, там так все и стоит на том мосту. Идем, сейчас найдем. Я ничего не брал, чтобы можно было бегать лучше. Ну, о, да, машина есть. Я взял, зря взял. Она заочена, по идее. Да, это чья-то. Так, а во что тут такое? Observe Tower. Видишь, тут, блин, тут ничего вообще нету. Пока что тишина, потому что я не слышу, чтобы был жесткий обстрел на фронте. Тут, конечно, по ямам, кажется, пипец был обстрел. Крупной артиллерией лупили. Жестко. Ну, эти ямы, я, мне кажется, они всегда должны, ну, есть. Я не уверен. Бункер бейс. А что тут за бункер? А, ну, стой, что тут за бункер бейс? Вот туда он, по-моему, да? Туда, ну. Да, вот там какой-то бункер. Давай посмотрим. Что за бункер бейс? Может, там что-то есть. Я просто на карте не понимаю, как оно выглядит. О, а что это за машина? О, может, это чувака спросить? Они что-то грузят. Кстати, они что-то грузят здесь. Что, у нас техника уезжает это с фронта. Они окопы вроде бы делают. А тут... Тут ресурсы. Они, тут очень мало ресурсов, они что-то улучшают тут. Тут всего лишь есть солдер сапли. На, это строители, видишь? Чуваки-строители. Да, вот много чего разрушено, танк кто-то поехал. Что-то они технику перегоняют в другой регион, ты заметил? Ну идем вот в нижний регион, давай спустимся, и там сейчас там точно завод будет. Мы сейчас сами... О, вот машина, ну ничейная? Может поедем, она залоченная. Да. Блин, нам еще я могу, честно говоря, машину прикол. Открыть, если я в ренче возьму. В ренче можно взламывать машины. Правда, не уверены ли свои, но вражеские точно можно взламывать. Construction Yard. Все, я знаю, куда бежать, чтобы тачку сделать. Construction Yard. Я нашел, где он находится. Пошли. Ты быстрее бегаешь гораздо. Ближайший, конечно. Ну, река разница. Я 40% загружен, а ты, типа, там, я так понимаю, 10 или сколько. Если же танк... Ну, танки нас не убили. Ну, да. Да, все, мы почти прибежали. А этот мост, где мы воевали, кажется, тоже мост построен. Не-не-не. Тот мост, который мы воевали, он на... Норд-Вест. Тот мост мы так и не взяли, там и так идет война до сих пор. Так, вот тут сейчас будет где-то база. Чувак, мы его никогда не возьмем, там, 12, там уже 12 дней висит табличка «Добро пожаловать в ад». Я думаю, тот человек, который поставил эту табличку, он там очень долго провел времени, что он ее решил поставить. Добро пожаловать. Так, чтобы нам теперь вот туда, по-моему, надо. Ну, дай посмотрю. Да, нам вот сюда и по дороге вниз. Сейчас мы... Во, такая вот нам машина нужна. Вот, видишь, такие машины нам нужны. Как они называются хотя бы? А там сейчас ты увидишь, когда строят. И вот такой кран нам нужен, чувак. Нам нужен еще вот такой кран. Потому что мы загружать товары должны. Ну, вот я машину возьмем. Возьмем машину и кран, но эта машина может... А вот, что-то... Вот, тут строить можно? Ну, смотрим. 5 секунду. Ты на кран сел, но я не могу сесть. Ну здесь тут чувак, здесь залезь просто, ну сейчас, вот я залезь в кран, посмотри, что можно строить здесь. Но нам это не надо, не строит, это нам не надо, нам нужны машины, мне этот завод. Да, нужен. Вижу, противопушки разные есть, какие-то ящики, ресурс-контейнеры, понятно. Выходи, идем, покажу тебе, идем со мной. Сюда, вниз, вот это вот, по-моему. Опа, что-то мертвый человек лежит. Задавили, беднягу. О, это так, завод. Стопа, а что есть? О, завод. Тут автоматы делаются, пулеметы. Понятно, видите? Это, короче, можно заказывать производство оружия. Так, нам оружие. Ну, тут что? А двадцатки можно делать? Тут двадцатки не делаются, блин. А, вот, ни хрена себе. Ни хренуленьки себе. Может, канистры взять бы? Опа, что это? Не знаю. У тебя показывается, где я нахожусь? Сейчас жри, я тут смотрю, что тут вообще делается. Тут двадцатки даже делаются. А, это персональные? Не-не-не-не. Публические делаем. Так, я иду за тобой. Я просто там снаряды для... Ладно, что тут происходит? Мы что, на фронте? Блин, ты... Что жестко? Да, тут передовая вот рядом. Ну, там выстрелы это такие. Это мост, мы еще около того моста. Блин, идем вниз, я не могу понять, где этот завод, он где-то тут должен быть. Секунду, вот так у меня вчера карта была, я сейчас попробую, как вчера, поставить карту, чтобы найти. Где-то вот тут должен быть завод, недалеко. Так, это что-то сюда, наверное.
Где ты тут все строил это? Вчера было тут. А сегодня почему-то как будто... Блин, они что, поменяли все? Я ничего не понимаю, почему? Все поменяно. It's locked. Блин, ну стреляют они, конечно, по-жирному. Интересно, оно можно? Оно заработало или оно... О, кажется. Заработало. Я иду за тобой пока. Я FPS просто увеличил себе, чтобы оно больше отображало. Блин, хоть ты убей, не могу найти construction. Я не могу понять, где оно конструируется. Это тут же было, ёлки-палки. Они как будто завод снесли. Думаешь, что такое эту могло быть? Можно забрать. Эту машину можно забрать, но эта машина нам не подойдет. Это бензовоз, по всей она видимости. Она топливо возит. А вот это? Да, 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 нам она не... О, это можно забрать, она загружена. Эта машина загружена чем-то еще. Вау, Вов, у нее сальважа. Смотри. У нее сальважа вот дофига, я не знаю. Она вся забита. Она... Ну, ну возьми, если хочешь. Я не знаю, может она нужна я, конечно, была? Я, не знаю, ли она... Ну вот работа. Я тоже о том, что... Но в ней куча сальважа, просто очень много. Что с ним делать? Ладно, я... Что-то оставим... Так, короче, новый... всё. Лучше новую сделаем, что не, а может тут пацаны план какой-то на машину эту имели. А мы сейчас угоним ее, она еще загружена сальважем. А я понятия не имею, куда сальваж тащить. Я не могу понять, как на карте отображается построительный бункер, который нам нужен. Ну, бункер, строительный завод. Я его найти не могу. Его просто он был тут, а его сейчас нету. Вот тут что-то еще есть, давай посмотрим. Тут горевшая машина есть, можно ее взять починить. Боже, какие тут пушки у нас. Это велки пушки здесь? Машина, кстати, да. Ну, я горевшая могу. Машина, кстати. Я можем ее починить, а может горевшую починим? Она пустая. Ну давай, но нам надо не такая машина, немножко другая нужна. Ну, не такая нужна, тогда не будем брать ее. Посмотри, сколько здесь танка вот стоит, смотри. Чуваки опрятали себе танки. Когда шифровка идет. Боже, тут такие пушки. Я бы хотел такую построить, такую пушку и пальнуть с нее по людям. О, я нашел машину, чувак, которая нам нужна одна. А ну, сейчас я пробую. А топливо есть? Да, тут машина, она подходит. Топливо есть внутри канистра. И что дальше надо с ней вот такая делать? Нам нужна, давай. А! Садись рядом. Сори. Садись рядом. Сейчас поедем загружать. Я не знаю, или нам надо каркас какой-то получить как-то. Ну поехали, я пробую сейчас загрузить ее, посмотрим, как оно работает. А что мы вообще планируем? Это вот эта машина. Загружать товары сейчас будем таскать на передовую. Ну так тебе все на авто. Гаяк. Так, мы почти приехали. А вот и кран. Так, кран тут есть. Есть еще кран, но я гоночку чтобы можно было пригнать. Ну, если есть ресурсы, кран можно построить. Вот, добытчики, видишь? Так. А, теперь стоп. А ну, в эту штуку надо садиться. А это что делает? А, не, с другой стороны, нам надо собирать как-то металлолом и сыпать, походу, в кузов потом, если я не ошибаюсь. Сейчас порвем. А ну, ради. Да, да, вот ты собираешь его. Видишь там сзади кузов? Да, 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 я вижу. Потом это надо будет краном пересыпать на наш кузов. А, лофую, у меня топлива нету здесь. Я могу вытащить с этой машины. Тут целая канистра была. Стой. Остановись, чтобы не задавить меня. Да.
Хватит или оставить нам? Больше не надо. Да хватит, оставь нам. Это нам не надо, это надо. Там канистра 20 литров осталось еще. Я пока поставлю ее обратно. Ты, походу, загрузил максимум или нет? Ну, она по 10 еще как... типа, что загружает, пишет. Так, я пока проверю туда кран. Это, ребята, видите, добыча так... Что это за прикол был? Вован? Это у меня звук. Поп-фильтр спал. Я так и понял, я начал, ну... Так, тут топливо есть. Всё. Короче, это, я выгружаю, так как теперь выгрузить с нее? Я кран везу. Он с топливом. А тут есть вроде бы кран, да? Да трансфер не используется, он что-то около воды стоял. Сейчас мы, блин, тут построим, ребят. Передовые технологии с добытых ресурсов. Ты машину припарковал, не очень удобно. А это не такой кран. Не, этим не получится. Давай в инвентарь туда брать. А ну стой. Нет, ты видишь. Я даже не знаю, как она работает, если честно. Я взял сейчас себе, попробую сейчас сюда это все перегрузить. Я через инвентарь попробую все сделать. Давай через инвентарь. Кстати, да, наверное, будет быстрее, чем... Я проход только освобожу. А вот это ковш, Ван. Это машина с ковшом надо, по идее, которая поломана или... Она не поломана. А это не ковш. А, да, там какая-то другая насадка. Давай-то так, ручками. Че, все забрал? Я все забрал. Да, но у нас места здесь нет в машине. В смысле? Не та машина? А тут забито все. Не, машина-то та, но оно все забито. Тут автоматы какие-то, видишь. Пацаны себе... Так, патроны заберу. Поставили. Я патроны 8-миллиметровые забираю, а не место. Форму легионерку забираю. Выгрузим сейчас эту машину. Какую-то другую давай. Бесполезный хлам. Пистолетные патроны выгружаем. Я в другую машину пока тут в кран перегрузил. Бесполезные вещи. Тут. А что ты за... А, ты сальваш собрал? И базовые материалы? Давай. Ну, там были, я не знаю. А что, нам что-то назад ничего не загрузили. Стой. Так это типа мы загрузили, просто у нас нету каркаса. Пацан, я видел, с каркасом ездил. Раньше, ну, я не знаю, где каркас на заводе брать. У нас завода, блин, нигде нету. Я не могу найти завод. Теперь надо понять, куда это все везти на переработку. Это надо какой-то тоже перерабатывающий завод. Ну, я не знаю, ты видел перерабатывающий завод где-то? Я тоже не видел. Я сейчас говорю, логистики вообще не шарю. Что да как. Ну, не подорваться на мини сейчас. Главное на передовую едь. Так и делал. А, блин, не по той дороге поехал. Сзади какой-то... Пацан на байке. Какие-то байкеры одиночные ездят. Это очень странно. Ты вообще как будто война закончилась. Вообще, да, правда? Не похоже это вообще на... Это передовой экшон, а здесь так, знаете, вот когда вы занимаетесь поставками, так спокойно. Едете, брошенная техника. Ну, знаете, учитывая, что война почти 2 года длится. Война должна была закончиться давно, она уже почти 2 года длится. А тебя что, повысили? Что такое ПТЕ? Не знаю. Тебя что ли повысили по званию, интересно? Так, вот давай посмотрим, может сюда можно переработать эти ресурсы. Давай вот сюда пробуем выгрузить их. Вот тут вот что-то есть, там давай посмотрим. Вот тут что-то должно быть. М-м.
что непонятно, тут все просто разруха. Да. Ну тут ничего не строили, видишь? Мы, походу, забрали этот регион, и пацаны не строили здесь ничего. Тут база вот какая-то недостроенная тоже. Этот ПТЕ, этот что съел? Половину птера еще. О, это мин, смотри, сколько ты видел. Так, вот, тут где-то рефайнеры надо искать. Они где-то не построили здесь какие-то заводы, видишь, наши ребята. Теперь надо искать, где переработчики. А может я построю рефайнеры с базик материалов? Подожди, о, тут еще одна машина такая есть. В поисках смысла какой-то чувак там. В танке сидит. Давай сюда пробуем. Так, давай вот тут посмотрим, что это такое. Может, это перерабатывающий завод? Не знаю. Блин, тут ни черта нету, ничего не понятно. Блин, что за прикол? Давай карту открою. А, сзади safe house, сзади есть. А, storage depot спереди. Сальваш майн. Таун бейс. Может, таун бейс нужно привезти? А ну стой, что это такое тут? А тут что-то строится, смотри, здесь строится что-то. Да, но мы же не basic материал тащим, я вообще не понимаю, мы что вообще притащили? Нам на переработку надо все сдать. Стой, так не зови меня. Ну, Аван, ты же, блин, вообще не понимаешь, что ты когда едешь, нельзя ездить, когда люди, человек рядом бегает. Бьешь меня. Так ты сбоку, когда я вверх поехал. Опа. Что там такое? Война. Откуда тут крана не ведут? Почему они там не вижу машину? Как в инвентарь попасть? Машину что ли назад нужно? У меня бензин в инвентаре только показывается. Бред какой-то. Может, надо сесть в машину? Смотри, что-то строят. Бордер бейс, они новую базу какую-то вверху строят. Мы сальваш привезли, а сальваш он не обработан. Базик материалы нужны для этого. Ладно, как ты вообще в инвентарь заходишь в машину? У меня что-то ничего не показывает в инвентаре. Е. Через Е. Так, Е у меня показывает только бензин, что есть. О, блин, это не то, это походу в бункере залез. Наши наступают, тут вперед. Ничего не понимаю. Как это работает? То есть, видите, у меня только топливо показывает, я не могу посмотреть, что у нас в кузове. Бункер бейс. Отъеду, чтобы проблем не было, а то там. А, ты уверен, что... У нас рез вообще просто... в машине. Ну да. А как посмотреть на рез? Я не могу, я только топливо смотрю что-то. Я Ешкой нажимаю, но ты у меня... с разных сторон подойди. Я вокруг машины. Я со всех сторон уже подошел машину. Только бензин показывает. Ты точно загрузил в ту нужную машину? Мы, кажется, ничего не привезли. Ну а куда? Не, привезли. Ты уверен? Сейчас я это посмотрю. Чё-то, мне кажется, мы ни хрен не привезли. Я же говорю, что тут должна быть какая-то анимация должна была быть. Мы, кажется, ничего не сделали. А привезли мы. Давайте я контекст меню открою. Так. Я в этом уверен, что а кузов? У нас кузова нет почему-то. Что у этой машины всего один слот? Ты что, я говорю, что мы ничего не... Ну вот, а что ли кузов нужен? Походу кузов там остался, значит, мы его не загрузили. Ты куда-то вещи выкинул на землю. Не-не, на землю не выкинул. Или его просто руина.
Че, едем обратно или что-то? Где ресурсы? Бляха, ну без кузова нет смысла. Ну, подожди, надо сначала найти завод. А толку мы приедем без кузова? Блин. Ну, тут пишет, что фабрика одна где-то тут есть. А вот строят фабрику, вот ее строят, вот чувак. Вот она, вот эта, вот эта штука, наконец-то. Видишь, вот тут, тут танки производятся. Вот тут вот, а, я сейчас беру, вот, вот тут танки. Они ее строят, нифига себе, наконец-то. Смотри, чем они строят ее. Вот, то, что нам надо было, они это делают, наконец-то. В эту штуку я искал. If you guys wanna help, there's Werfelgers and something to be built at the bunker base just northwest of here, just a few meters up there. У тебя же нет этого. Я не знаю, я просто смотрю, или оно будет строить. Grab a hammer and some beamers from the base and build. Что он бинет? Что он сказал? Не знаю, я сам не понял. Да. Завод они достроят. Не, ну у нас хорошее было путешествие. Я, конечно, ожидал от Вовы такой подставы. На самом деле. Надо было мне делать. Все нормально. Все нормально было. Мы привезли виртуальные ресурсы. Как бы... Процессоны, они есть, но вы их не видите. Они есть, но вы их не видите. Ай, блин, это, конечно... Не, ну от Ваныча это ожидаемо, то есть, понимаете, удивляться не стоит. Это Ваныч. В смысле? Я все нормально загрузил, просто у нас походу коробки не было. Я не спорю, у нас так много сальважа, просто обмазываюсь им. Fucking did that shit. Ай. А где основная база? Nice. Я же думаю, там на анимация хоть какая должна быть, но разрабы же не настолько раки, чтобы без анимации даже делать. Если мы загрузили твои ресурсы, должна быть какая-то анимация. Проверили, можно помочь или нет. Ну, я бы сейчас конструктор пришел в базу. А что, а с помощью чего строится? Basic материал, да? Я возьму basic материал. Нет, ты не поможешь, ты не сможешь нам помочь. Ты можешь basic материалы, всякие окопы делать и прочее. Там машина нужна, такая большая, которая у них. Она делает этот завод. Ну мы-то ничего не сделаем. Ну я знаю, то есть типа, ну че. Че, к сожалению. Подождем, пока он построит. Watch Tower. Ну я могу конструктор Vehicle построить. Давай конструктор Vehicle построим. Короче, только на безопасной зоне. On landing ship. Near friendly base. Hey, quick question. What happened to Ashfields? А, вот. Why is it? Я построю сейчас тоже эту машину. Иди ко мне, у тебя есть ресурсы. Машину помочь, помоги мне построить. Я ресурсы не брал такие. No intel in there either. Эй, а чё она исчезла? Неси ресурсы пока туда возьми. Так, я сейчас basic material иду возьму. Я построю. Ой, блин, это забавно было, мы до минут 15 бегали там, искали машину, нашли машину, добыли ресурсы. О, вынес ресурсы, выкинул куда-то на землю или хан знает куда, и поехали пустые. А это думаю, я вокруг машины хожу, думаю, ну как открыть инвентарь, там нет, там всего один слот в инвентаре, и то слот. Я в машину открывал инвентарь через Е и в машину закидывал. Просто, возможно, какую-то коробку закидывал, которая стояла, блин, где-то рядом. Ты так и не понял, настроится или нет? Я бью молотком, ничего строится, не вижу. Строится, 46, а ты куда бьешь? Ты что вообще бьешь? По машинке, которую ты поставил. Тебя вообще нет рядом со мной. Да, я с другой стороны от тебя стою. Странно, даже не анимации нет, они не сделали такое. Все, у меня нету ресурсов. Ну, по материалам видно, что вдвоем делаем, потому что... Ну да, потому что у меня не было столько материалов. Я, сколько у тебя там материалов? Там 20 еще надо, да? 16 еще, 15, ну, 14. Ну все, я взял 20 сейчас достроил. 13. Да, так я еще... Мне самого хватит. Я 50-60 взял. В инвентаре. No, this is a storage depot. Да, достроили. На, топливо стоит, тут топлива не будет сейчас. О, он почти построил, он построил почти, а не построил. Я сейчас дизель возьму, еще залью.
Видите, короче, это, ребята, можно... Там есть топливо разве? Она наполнена. Там чуть-чуть совсем. Топливо или... Топливо там чуть-чуть. Я залью. Топливо. Я залью там, у меня почти full канистра. Он что, построил, что ли? Что, звук перестал? Да, может, резко... Так, но... Стой. Он построил, чувак, он построил. А ну? Так, она посмотри, что он... А как строить вообще? Я что-то не совсем понял. Тут нету кнопки строить. Ладно, я вылажу. Значит, мы построили эту хреновину, но она что-то не работает. А, чувак, знаешь почему? Я понял, почему не было этой хрени. Она, походу, на карте пока белая, это значит, она строится. Когда зеленый, значит, она построена. Вот у нас то же самое сейчас касается... Так, а сюда нужно привозить те ресурсы, которые мы везли, да? Нет, это тут техника. Хотя, блин, я даже не знаю. Если честно, я даже не знаю, или сюда надо их везти. Походу, сюда, мне кажется. Не, на сторож, это склад. Это мы склад построили, но это не переработка. А где переработка? Ничего не понимаю. Salvage Mine есть. Salvage Field. А, походу, Salvage Field у нас... Не, секунду, а в чем разница между Salvage Mine и Salvage Field? Не ясно. Как вообще они построили большое такое здание? Еще очень хороший вопрос. Что я могу построить? Бункер? Видите, я не могу больше эти базы строить. Надо, Дима, надо кран построить. Вот тут надо кран построить. Вот, где? Вот, вот. Вот здесь, смотри, вот этот кран надо как-то восстановить. Сейчас, иду к тебе. Потому что иначе мы потом не сможем забирать эти... Мы технику не сможем забирать, если будет техника без колес. Тут, наверное, как-то ее надо строить, строить как-то. Но он уничтожен. Давай посмотрю, что я могу сделать. Watch Tower, кран. Но это кран же не такой. А не знаю, кого остановить. Спасибо, Ростовейд, за подписочку. И приветствуем тебя на нашем канале. Ростовейд. Так, ну пока что не совсем понятно, что как дальше сейчас этим орудовать. Как кран восстановить. Может, той же машиной задолбить кран, починить. Не знаю, кстати. Я вообще не знаю, как этот кран, как это вообще машина работает. Просто вообще нету никаких управлений даже. Ладно, надо машину припарковать пока. Я сейчас спрошу, ребят. Блин, тут строят капец, пацаны. Танка с велосипеда ездит. А, достроится стационарик кран. Сейчас спрошу парней тогда. Я не знаю, может ты на русского? Поиск, как смысл? А, кстати, привет, ты не знаешь, как построить кран разрушенный? Да. И как это построить разрушенный кран, потому что что-то он не чинится ни молотком, никак. Он рядом вот завод тут стоит. И нет, там нет, это не машина, а кран там вот большой, который около завода там, типа вот. Вот этот. Скорее всего никак. Я не знаю лично. А, что, блин, тут по сути без него же нельзя будет нормально потом, ну, пользоваться этим заводом. Ну ладно. Спасибо. Погнали тогда дальше. Давай спросим, как может так ресурсы добывать у него, чтобы он рассказал. Нам, ну спроси, это через та кнопку. Так у меня микрофон же не подключен. А. Ну ладно, что будем напрягать. Давай лучше будем на машине. Ну смотри, у меня есть теория, может, можем ее проверить. Я думаю, что добываем эти ресурсы, а потом их нужно везти на завод перерабатывающий. Ну только я не знаю. Это понятно, но для того, чтобы добыть ресурсы, вчера видел, как пацан это делал, мы ехали с ним на машине, а на машине у него такая специальная, как клетка была, как кузов, типа, знаешь, открытый. Вот так гравий возят.
он такую клетку возил с собой. Он потом приезжал на точку добычи ресурсов, садился в кран, который там был, снимал эту клетку с машины, ставил на землю, вручную ее загружали мы. Ну, мы с ним загружали. Потом он садился на кран, поднимал эту клетку, ставил назад кузов себе в машину и уезжал уже куда-то дальше. Я просто не ну смотри, это по теории машины с большим багажом. То есть вот эту машину, которую мы привезли, туда по теории это, ну, скажем, большой емкости машины. Мы можем на более мелких. Я видел, что поставки ну, привозят машины поменьше. Такие машины не возят поставки, когда большая. Это, по сути, я так понимаю, машина с геморроем. То есть надо тут экран для нее. Очень много таких вещей надо для этой машины. Поэтому не думаю, что лучший вариант. Че, поехали-то загрузим что-то? Или она закрыта, делаем? Кстати. Охренеть, уже кто-то залез нашу машину и закрыл? Да. Ну и бред. Это зато открыто. Маразм. Давай новую машину сделаем. Че, тут мы отсюда можем сделать машину. Тут нельзя сделать машину. Можно. Можно? Отойди только, отойди оттуда. Ты стоишь на зоне, я не могу крафтить ничего. Вот, все, я делаю 5%, жди сейчас, она делается. Сейчас забираю и закрываю сразу. Только заправить ее надо. Не, ну конечно, это жестко. Мы привезли машину, не закрыли, какой-то олень побежал и закрыл нашу машину. Отлично. На, садись в машину, все, садись, я сделал машину. Это такая же, что ли? Вывози ее. Но другой нету, только это пока можем делать. У нас нет ресурсов. А, секунду, я топливо принесу. Так, это окно закрыто, по идее. Проверь. Закрыто? Да, просто тупо на этой штуке зря ты залочил. Там было топливо, мы могли чуть отъехать на ней. Сейчас я приду, я топливо. Я сейчас топливо возьму. Отгоним ее. Я заправлю и отгоним. Я перегружен, конечно. Сейчас ее вытолкаем оттуда. А со мной никто ничего не строит пока. За лесами, по идее, пацаны поехали. Просто надо с кем-то поехать раз, чтобы точно знать процесс весь. Это да. Так интересно, заливает на машину, он ложит как бы бачок на землю. Все, я заправил машину, садимся. Так. Подходи, давай, садись, чтобы тебя не задавило, а потом я поеду. Так, куда едем? Ну, теперь нам на сальваж майн, нам надо кузов поставить. Я не знаю, где кузов поставить на нее. А ты сделал опять такую машину, там другой не было? Не. Блин. Мы пока больше расходуем ресурсов, чем делаем. Никто не видел. Ладно, он не считается. Если никто не видел, он не считается. Вот, тут вижу ресурсы есть. Вот ресурсы лежат. Блин, вот это бред. Чувак же сам суициднулся. Это же не я его задавил. Он сам побежал на машину. Это же маразм. Он догнал машину и... Я вижу, что ресурсы. А как их добывать? А, машину построить. Стой. Давай я выйду. Залочим. А, смотри, нам нужна машина-добытчик. А машина-добытчик там не построишь. Тут... А, ну можно добытчик? Это кран? Или конструктор вехикл? Блин, чувак, это даже машину не построишь никак. Это надо вести вторую машину добытчик. Либо ехать туда, где мы были до этого. У нас вариантов нету больше. Что, едем тогда туда? Там, где были опять? Ну, едем, да к толку. Я говорю, без кузова это без толку. Пока мы не знаем, где кузов ставить, это без толку. Мы опять добудем и что дальше, и все. Ну, я не знаю, на самом деле, где кузов ставить. Надо пацанов спрашивать. Значит, поедем сейчас, и будут полюбаться сейчас парни, которые будут ехать на машине, ресурсы везти. Мы их остановим и спросим. Перегородим путь. Гопники. А что везете, братишки? Нам вниз или куда на добычу надо? Смотри на карте, такие нарисованы белые, вот Сальваж Фил, Сальваж Майн, вот эти все точки белые. Сальваж Майн, Сальваж... Ну вот, есть... на карте просто открывай, смотри.
Вот тут есть этот сальвак, сейчас прямо проезжаем. Тут, походу, техники тоже нет. Да, посмотри, что ли, завод. Где-то завод должен быть, я ничего не вижу. А где заводы тут нарисованы, что они есть? Их нифига нету. Этот бункер, это что, завод, по их мнению? Блин, что они деревья не валят? Это же, мать его, гусеничная машина. Она такое дерево должно в говнище превращать. Ладно, поехали дальше. Едь по берегу уже. Тут не проедешь. Ты уже спереди. Это мина. Тут мины, чувак, везде, ты видишь, раскиданы. Противотанковые. Мы взорвемся нахрен. По берегу это плохое. Вот еще одна мина. Да ну нахрен, пацаны. Так это да. Наша мина. Я понимаю, карась, что, блин, а мины. Тут ты суик давишь, думаешь, что мина не взорвется? Не знаю, можно проверить. Не хочу я взорваться. Мы машину построили, чтобы взорвать ее. Мы, мать его, руинеры. Так, давай сюда повернем. Вот есть кран, кстати. Вот там говорят, ресурс контейнер is a large dump step user of ship large. Че? Хорошее описание. Спасибо, Insane Alex. Вот тут сбоку есть ресурсы, стой. Вот тут сбоку были ресы. Где, где, где? Налево? Ну вот, видишь, сальваж, сальваж майн и... Сколько танков! Вот тут где-то есть ресы. Выйдем, посмотрим, пока я залочу. Смотри, сколько танков, чувак. А вот есть, тут сальваж майн есть вещи, то есть... Прям можно ешкой нажимать. Use сальваж майн. Тут надо бензин заправить сначала сюда. Тут бензин надо заправить по дороге. Вов, сюда, походу, сальваж в сальваж майн приводятся ресурсы, по всей видимости. Видишь, что ты топливо заливаешь, и топливо, походу, перерабатывает ресурсы. Я так понимаю, да? Бляха, что это? Хрен это, по нам стрелять не могут на таком расстоянии. Видишь, ну мы получаем, уже есть сальваж that can be recycled into the other resource in the refinery. Нам refinery нужен. То есть, в любом случае, мы сейчас куда приехали? А вот мы. Нам нужен рефайнери, пацаны. Это сальваж майна, нам нужен рефайнери. А почему ни одного рефайнери нет вообще? Где у нас рефайнери? Хотя бы один на карте, это же бред. Это бункер. Чувак, здесь вообще нету рефайнери, как мы живем? У нас хотя бы один рефайнери есть на радиусе километра. Городская база. После загрузки вы можете упаковать их и погрузить на бортовой грузовик с помощью крана. Ой, блин. Логистика это, конечно, невеселая задача, по всей видимости. Вон, ты понимаешь, что я ни одного рефайнера вообще не вижу здесь в радиусе километров 5. Как вообще люди перерабатывают? О, фактори. Так, вон это и проблема. Боже, как далеко фактори, construction yard. Чувак, ты знаешь, мы должны проехать просто... Огромное количество территорий, чтобы добраться до нужных нам. Hostel gun. Ну поехали, а что нам делать? Safe house. Где, посмотрю, может, ближайшее найду. Гараж. Construction yard. Вот есть construction yard тут. Нам, короче, ближайший construction yard. Найди ближайший construction yard, если видишь. Сейчас. Да, это приключение просто... Там далеко-далеко есть земля. Да, вон. Походу, нам нужно запас еще. Это не нашу машину угнали? Ты ее закрыл? Да, конечно. Я ее закрыл, просто я уже хрен знаю, потому что ее взломали уже. Да, чувак, далеко ехать надо. Construction Yard очень далеко, ближайший. Я не вижу ни один. Я вижу, он очень далеко находится. Construction Yard ближайший находится... вот Ship Yard есть, но не Construction Yard. А Construction Yard находится ближайший. Это Mercy Vale. Mercy Vale, ближайший Construction Yard. Ты понимаешь, как это далеко пилить? Я думаю, что у нас так все плохо. Storage Depot.
Hospital. Это чип ярдов у нас. Да, нам надо контракшн ярдов строить. Я нашел factory одну. Factory? А где ты factory нашел? Нашел factory на Allodi Biome. Недалеко от... Ну как недалеко от нас? Allodi Biome прямо вот в центре factory есть. Down base. Ну тут нету construction yard нигде. Может тут-то можно проще... Нет, нельзя сделать. Тут рядом, Дима, есть, есть, есть. Есть? Есть construction yard и factory. Они прям рядом находятся в Allodi. В Allods Bias. Allods Bias. Я не короче, знаю. Я могу точку поставить. Стоп, давай, ставь точку, я поеду, давай. А я не, подожди, не знаю, как точку поставить. О, тут поставить. Чувак приехал, это наша машина. Твоя машина? Да-да. Ну, можешь убрать? А, да, сейчас уберу. Смотрите, он. Он хочет умереть, что ли, так прыгать? Так, куда ехать? Сюда, правильно еду? Да, едь. Вот по этой дороге вниз, по этой дороге ровно едь. Едь, 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 едь. Вот, видишь, такая машина с ящиком. У нас. Может, это тачек. Знаешь, такая машина на самом деле, что, может, и не нужно было даже делать. Ну, а будет бензин вам взять, если будешь видеть заправку, то мы заглохнем где-то в лесу. У меня 5 литров всего еще про запас. Ну, короче, нам ехать еще. Вау, вау. Ровно по этой дороге. Ровно едешь просто. Смотри, какие тут баржи огромные. Стоят. Да, пацаны, что разгружали там. Короче, видите, жизнь в игре кипит не только на фронте, где все быкуют. Сейчас налево или прямо? Сюда ровно старайся ехать. А, ну так это тоже контракшн ярд, когда, который я и видел. Хотя могли тут заправиться, ну ладно. Божеский мин, ёперный театр. Знаешь, что можно поехать на вражескую базу и саботаж там проделать по таким дорогам. Мины расставить и прочее. Только мины фигово, что видно их. Что, у меня карта не обновилась? У тебя карта обновилась? Да, вот внутрь регион. Да, давай. Еще мы не можем? Не, можем. Я объясняю, что будем с машиной путешествовать с тобой или без. Ты тоже пошел? Угу. Дима, это не мина, это монетка. Надо собирать. Ага. Мне такие монетки не нужны. Блин, прикольно было бы, если глобальная карта была. Видишь, из зоны перехода. Сейчас направо будешь поворачивать. Сейчас будет развилка, тебе направо. Ну, я знаю, Аван. Я понял, о каком шипьярде. Я о нем и говорил. Это ближайший шипьярд. Точнее, не шипьярд. Ну, давайте, типа, контракшн ярд ближайший, который есть. Он на льде сейчас бить. Знаешь, мы пока что за полчаса ни хрена не сделали. Мы, конечно, виртуальные ресурсы привезли первый раз. Так, тут прямо. Мы хоть половину пути проехали. Мы уже скоро будем на месте. Почти подъехали. Там далеко-далеко есть земля. А, бляха! Сервер из рестартинг. Мы то ли попадаем на это, то ли что это за хрень. Ох, посмотри, какое у тебя звание, ранг. Ты когда вот заходишь на профиль, у тебя какой ранг пишет? Четвертый. А левел. ПТЕ. Да, ты выше звания, чем я. Че за фигня? У меня нет звания. Я звание даже дали. Конечно, это только ПТЕ. О, походу сервак запустили, все. Так, а на проверю, только ПТЕ. Звание. Так.
Ты спишь у меня пока что. А, рядовой. А, так ты рядовой, Иван. Ой, бляха. Я Вову не задавлю, хорошо он спит так. Скажи, я почему-то в этом пока. О, а сейчас. Ты на базу. Я не могу к тебе высадиться. Так просто, ты, я на сервак загрузился обратно. Ты по теории вы нажал, ну, так типа... я загрузил... Ну, я нажал назад, типа, продолжить, и оно мне кинуло выбрать регион. Я выбрал первый, и сейчас на стартовой локации. А зачем стартовую локацию выбрал? Ты сам это сделал, боже. Такой руин, руиныч. Зачем ты выбрал? Ты там нужно было ретрай нажимать, а не выбирать зону высадки. Ты новую зону высадки выбрал. Так у меня выбрал, у меня главное меню, вот Foxhole, play. Я нажимаю play, мне выкидывает join life 2, join life 1. Нажимаю join life 1 и нажимаю дальше deploy. И у меня сразу, у меня нет, блин, продолжения. Нажимай. Я нажимаю deploy, ну вот нажимаю deploy, я высаживаюсь в этом, как его, в... Так ты без этого выбрал, на базе что ты рассказываешь? В смысле, что тоже, я тебе говорю, то, что не было у меня выбора вернуться никуда. Но едь дальше сам, я, блин, в этом, в соседнем зоне появлюсь. Мне просто показано, что я как бы спишь, нахер. По идее не спишь, ты по идее умер. Блин. Я не могу, я сейчас бегаю по лобби. Ну где тебя подобрать? Да едь дальше сам, наверное, разберись сам, пока ничего без меня не справишься. Не, не в этом, ты ж... Сейчас... Тебя подобрать где-то надо. Так назад, когда будешь ехать, поставь этот хотя бы грузы, ну... Сзади этот ковшик, не ковшик, правильно сказать. Короче, поставь нужные обмундирования на эту машину, а там уже заберешь меня. Так, ну я почти так. Доехал. Сначала на Construction Yard, но потом надо будет топливо взять с собой. Что без топлива я далеко не уеду. Так, не прямо. Ну так мы доехали до Construction Yard, вот он. Да, он там рядом был. Ну я бы не сказал, что рядом, на самом деле. Что машина горит. Так, я залочу, чтобы меня не украли машинку, моя машинка. У это Construction Yard, ее там завозить или поднимать, сейчас будем разбираться как-то. Пушки. Shipping container. Так, very large contain of crate using crane loaded vehicle. Нет, это такое, это в порты можно и storage закинуть. А что это не ресурс контейнер? Вот, мне вот этот ресурс контейнер нужен. Давайте я машину подведу. Ресурс-контейнер сейчас мы туда забабахаем, и на топливо будет где-то раздобыть. Так, она куда должна высадиться? Там далеко-далеко, есть земля. А-а-а, руина. Эй, а что я заехать сегодня не могу, чуть не понял. А тут под площадку вообще можно заехать? А, с другой стороны, кажется. Не, мне кажется, на площадку тебе не надо заезжать. Ты на площадке должен закрафтить нужную вещь. А краном должен загрузить ее, на площадку не надо заезжать. Все, кто спали, сейчас проснулись. А, ладно, сделаем так. Я не успел замутиться, ребят, я пытался, но... Это было нежданно, негаданно. Так, ешка. Ресурс-контейнер. Есть. А как дальше его сделать? Только не видите, что я руками должен это делать. Нет. Так, ресурс-контейнер, и когда? Ничего не понимаю. Крафт, вот, скрафти его, все, крафт теперь его просто. Типа руками нужно крафтить или как? Я просто не понимаю. Ну да, его руками нет, крафтить. Нет, он должен быть... Не, он руками крафтится. Короче, я на том же месте сейчас добегаю, я появился, я после деплоя появился там. Я просто в прошлый раз даже не успел дойти до деплоя. Это с лобби надо заходить сразу. Так, жи, сейчас надо еще ресурсы раздобыть, бляха. Тут есть encampment. Ой, а там не... Черт.
А там ресурсы вообще есть? Ладно, сейчас сбегаем. Раньше тебе ресов не хватит. Да я понимаю. Я бы знал, я бы взял их больше, я-то просто... Ага, тут вообще никого нет. Тут и ресурсов-то нет, вот в чем проблема. О, да! Ёкарный бабай, мы, конечно, сюда приехали, это хорошо. А где мы ресики возьмем? Короче, Аван, у нас проблемы. Нет, конечно, встал так неудобно, но ладно. Ищем ресурс. У тебя мазик материал остался или нет? Не. Бляха-муха. Уже много надо ресов прям? Нет, там 30 с чем-то ресов и топливо желательно еще. Я уже как бомж. А тут что, нет нигде базы? Тут ящик. А вот сейф-хаус, сейчас иду посмотрю. Ты был в сейф-хаусе или нет? Нет, сейчас. Ты на ресы смотрел? Нет, только иду в сейф-хаус. Зашел только. Там ресов нету, там на карте было видно, что ресов нету. В сейф-хаусе нету ресов, нужных нам. Но они, походу, все перевезли отсюда. Блин. Это же самое, бункер. Это бункер. А, есть 30 базик материалов, но этого не хватит. И топлива ни одного нету. Блин, они хотя бы топливо одно загнали. 30 материалов, пацаны, есть только. Этого не хватит. У тебя хотя бы есть пару материалов осталось в инвентаре? Не, ничего нет. Иду построю то, что там есть, там этого не хватит. Нам бензин еще нужен, ты понимаешь? Я не знаю вам, что делать. У нас все очень плохо. В следующий раз будем знать, что нужны ресурсы на постройку такие ручные. Я думал, что на шипьярдах уже, ну, готовые ресы есть, чтобы это строить. Ладно, давайте. Еще и молоток нужно брать. 3 ресурса не хватит, это печаль. А кран там есть, чтобы это загрузить? А, там кран большой стоит. Им по теории можно погрузить. Проблема в том, что 3 ресурса не хватит. А, брат, едьте на добычу или на заправку. Ну, на добычу, блин, она внизу же находится. Тут стреляет. Сейчас, может, чуваков перехватим, скажем, чтобы они дали нам 3 ресурса. Если знаешь, не как будет. Все, не хватит. Обидно, блин, пару ресов не хватило. О, кто едет. Кто еще, может, кто-то там что-то есть? Ладно, я вниз сейчас бегаю, там проверю, может, внизу. Я нашел тут здание. Что нам надо? Какие нам бензин и базик материал. Нет, мы не работаем. Даже ребята, мы не можем машину себе найти, чтобы работать. Видите, на нас машины угоняют все подряд. Прошлую тачку угнали вообще бессовестные. Так, а ну ресурсы, пожалуйста, пожалуйста. Нету. Но бензина нету. И бензина нет. Как наша вообще фракция выживает? Нахрен у нас столько военных припасов здесь держите, а где... Мать его, бензин. Отлично. А трефайнери рядом есть база? Вот трефайнери есть. О, морской порт, вон. Там рай в морском порту. Там столько товаров, я иду в морской порт. Они, походу, баржами возят, мне кажется, через воду. Ресурсы наши. Как думаешь? Да бог его знает, как нам тут достается.
Вот это картошка, мешок картошки, и нельзя украсть. Это что, халявим, не работаем. Сейчас будет, пацаны, сейчас будем работать. Нам нужно сначала машину для этого, мы только разбираемся. Мы говорили вам в прошлый раз, что в этот раз будет стрим такой по логистике, скорее, как нам все добывается. О! Нету базик материалов и нету бензина, да вы издеваетесь. Ладно, в порт иду. Бензовоз. Я украду. О, у бензовоза дофига бочек. Я украл. Я нашел базик материал 20 штук. О, все, неси туда. Ну все, то есть я бензин тоже стыбзил с бензовоза. Там было 160 канистр, я 60 украл. Ну все, тогда неси на завод наш. Я заправлю машину. Квары нашли. Я открылся. Да ладно, у них 167 канистр с бензином. У них от них не убудет. Так, танки катаются. Ой, блин, я перегружен. Я тут металла добыл внизу. Мы можем отсюда везти сразу металл, если сделать что-то внизу, прям добыча. Видишь, ну, белая да, точка. Как... Едь на белую точку, чтобы я двигаюсь. Подожди. Нет смысла. Я там могу, конечно, приехать, но я не думаешь. Так, я... Ой. Да, ну, я дойду. Я просто перегружен. Так, я заливаю. Ну, хватит от этого топлива. Я, ящик, точнее, канистру с бензином сейчас закину в машину. Оставшись, не таскать. Ну, желательно бы нам две такие машины сделать, кстати. Ну, да, но сейчас все по мере поступления проблем. Так, я тебя, кстати, в этот раз не вижу по подсветку, где ты. Ты мне не показан. Я тоже не вижу, оно странно работает еще. Так, это багает, мне кажется. Я даже не знаю, где тебя встречать. Блин, прошлый раз было прикольно, я тебя видел. А мы в группе вообще? А ты даже не в группе у меня, почему ты у меня не в группе? А ну, кинь мне приглашение. А не, ты сам вступал как-то ко мне. Сейчас. Крит сквад, ну допустим, Лигера. А ну. Ты просто в прошлый раз создал какой-то сквад, а я как-то вступил в него. ESR. А вот, Лиеру Сан. Стоп. Ну, я... Чат напишу, может, через чат. Вот, написал. А, я... Сейчас, давай я сделаю новый сквад. Dark Rush. Будет. Ты должен вступить там, должно быть, сбоку. Я создал. Ну, то есть, типа, ты написал в чат, ты говоришь. Лиерус... Коммент. А, тебя... Ой, я тебя комменнул. Ты можешь мне комменнуть, если комменнешь, то... У меня звание могут повысить. О, все, я тебя вижу. Ты меня видишь теперь? Нет, я тебя не вижу. Ты у меня даже... Беги, короче, ко мне. А, Ван, ты можешь мне комменнуть? В чатике я напишу там, типа... Хай, а ты командни меня. Мне нужно повышение звания. Будем протягивать друг друга по званию. Спасибо за коммент. Чем больше командов, тем выше мое звание будет. Я почти дошел. Блях, я устал нести это все. Так, а ну, мне скоро звание должны дать. Вот сюда надо. А что наша машина горит? Это не наша машина стоит. Нет, какая наша? Да, блин, я... Я же не настолько ровен, чтобы я... Там с другой стороны можно подняться. Под пробелом можешь подтянуться. Так. Молоток есть? Ну я выгрузил туда, сам бери вот то, что я все выгрузил. А ты куда выгрузил? Шипьярд. Да. Шипьярд, походу. Ты бензин тоже принес, что ли? Да, я нашел. Я скрафтил просто, там были ресурсы. Не знаю, это тот кузов, не тот кузов. Так, я заберу все ящики эти. Теперь надо как-то поднять. Я когда кран сел, но я сел? Не понимаю, как краном управлять. Да, а ну пробуй ты. Я не знаю, он не управляется в ASD. Что-то по-другому надо это делать. А вот, правая кнопка мыши. Z must be packaged first. А, да-да, надо это запаковать. Все, чувак тоже это делал. Сейчас, секунду, как он только это сделал? Он подошел, что-то сначала сделал с ним. Запаковать его надо. А вот, package. Я пакую. Там кнопка такая снизу, типа, есть три иконки. Да, я ее увел, пока я сейчас...
Вот, запаковали. Да, вот я поднимаю его. Теперь... Теперь ставь на машину. Отойди, сейчас тебя задавлю, я сейчас... Не задавишь. Да я могу уронить, те же руины, чувак. Так. Он сам поставится. Пускай нормально? Пускай просто, он сам должен встать. Да. О! Всё. Они! А вот... Чёрт. Это я же... Я дай назад. Ой, я два раза нажал. Надо вторую такую сейчас сделать машину нам. Давай заберем отсюда ресурсы. В машину положим, чтобы у нас были. А, ну, поговорим. Сейчас что, наберем ресов? А чё, инвентарь не появился, нифига, что мы... А, распаковать надо его, как его распаковать? Так. Как он пак сделать? Хороший вопрос. Мы тут запаковали, это хорошо. Может, это с машины прям самой? Не знаю, может вообще типа оно не используется в машине. Может, мы вообще-то не то сделали? Нет, это должно использоваться. А может, надо было сначала закидывать ресурсы, а потом грузить? Не, ну мы должны как-то были засунуть его сначала. Чувак, эта машина, походу, вообще не для этого. Походу, машина тупо для транспортировки, она не для рецов. Для рецов другие грузовые. Ты разве возил на этой машине что-нибудь? Нет, это... Ну, чувак вот на этой возил машине. Такой же контейнер у него был, 1000 зарезов. Такой же самый он это делал. Ну, отойди, я сейчас на всякий. Просто если ты его распакуешь сейчас, то мы его краном не поднимем. Нет, смотри, как я думаю. Мне кажется, может, надо сделать... Сначала загрузить его, сейчас распакую его. А, не, везем его так, все нормально, стой. Везем его в машине. Все нормально, загружаем машину. Смотри, чувак, мы его потом снимаем же, должны снять с машины и вручную загрузить его автоматом, когда он будет стоять на земле. Понимаешь? Так мы без крана никак, нам еще вторая машина, кран нужен для этого. Так кран нужен, да. Так я ж тебе о чем и говорил, что на погрузчике... А не проще нам было взять машину обычную, просто... такую, которая простенькая? Зачем мы этот грузовик сраный таскаем? Он слишком геморройный, надо вниз еще... Вниз, едь вниз. А, едь вниз, да, вниз. И сейчас направо. Направо поворачивай. Так. Ну и вниз, по прямой. Мы целый час уже это занимаемся логистикой. Мы ничего не привезли, мы только тратим ресурсы нашей страны. Это мины или мне кажется? Не-не-не. Там не. Говно какое-то. Вниз, да. Ну такая машина нужна, видишь, она такого вот возит. Такая нам тачка нужна. Вот там рец просто заносишь и не паришься. У нас, конечно, она будет более емкая, но геморроя мы с тобой, блин, просто наберемся немеренно. Ну, вот тут, стой, останавливайся. Останавливайся, вот кран, видишь, вот тут загружаю. Давай, я ближе, видишь? Так стану. Так, чтобы люди смогли проезжать. Не, тебе надо краном снять потом. А какая разница? Вот так, вот так, все. Ладно, топливо-то. Я залочу машину. Давай. Так, я в кран пока сяду. А, блин, а в него можно сесть? Надеюсь, он не залочен. Не можем построить здесь базовые ресурсы. Ну, я сел. Так, правой кнопкой мыши удерживаю, правую кнопку мыши, чтобы поворачивать. Можешь удержать? Не хочет. Давай я. А ну, пробуй ты. Я нажимаю правую и левую, но не работает у меня. Ты сел, походу, машину. Странно, у меня не работает ни правая. Я удерживаю правую просто. Что, снимать его? Давай. Да, ставь на землю теперь его. Ставь. Ты должен распаковать будешь, по теории его. Сейчас проверим. Ставь на землю. Так. А теперь чувак подъехал. Видишь, он будет помогать нам загружать, судя по тени, что он такое странное делал. Ладно, давай так. Сейчас проверим, ли надо распаковывать еще, я еще не знаю. Сейчас проверим. Так, стой, не распаковывай. Да, он пак, я Ешкой нажал. Я он пак нажал, оно типа Ешкой сразу распаковывает. А, ну все. Все, распаковали. Так, и загружаем теперь. Так. Не, а может ему нужны, спроси, не знаю, может он до себя добывал. Я сейчас новые добыл. А мы же тут ящик. Смотри, тут ящик. Я так понимаю, что каждый. Видишь, люди работают на каждом складе по-разному. То есть, типа, они уже набирают другие контейнеры. Ты понимаешь, что тут работники в этих зонах, есть работники. Других. А вот машину вообще можно использовать? А. Залочено. Мэри, не задави его. Его не задави, он заправляет. Да, он заправляет ее.
Он лейтенант, я его... Как его комменнуть, интересно? Так, вот сейчас еще убью его. Ты же комменнуть, нечаянно стрельну. Говорят, они работают по 3 дня, уважаю логистов. Не задаю такое, ребят. Заполнил? Да, все, давай, сдаю назад. Так, так, тормози, так что меня не задавить. Все, отсюда. Ну, я мало заполнил, я думал, я больше заполнил. Что они делают? Пацаны вручную разбивают. А как ты все это забираешь? Сразу. Шифтом. Понятно. Шифтом. Ну, я, чувак, там ты много так не надо, ты не засунешь, там почти все забито. А, поднимайте, запаковываем. Давай другой ящик. А чувак, еще не видно, что он запакованный? У этих видно, что он запакован. Я запаковываю. Меня все комменнули. How comment? А что я не могу запаковать? У меня пишет inventory must be empty. Инвентарь должен быть пустой, я чуть не понял. Может, мой инвентарь у персонажа? А ну пробуй, ты тоже не можешь. Что за прикол? Чувак, это правильно все выгрузило? Ну, чувак так и грузил, я не знаю. Ты так спрашиваешь? Блин, ладно, попробуй, ну попробуй краном. Можно краном его подцепить так? Не думаю. Блин, я не запаковал. Мне? Нельзя. Ну чувак так же самое делал, я видел, как он это делал. Ну смотри, в чем разница. Чувак, когда грузил эти вещи, у него что-то эти вещи нарисовали, что они загружены, а у нас нет. Ва-ва, но они туда грузят их. Куда он? Он как-то их... Он стокпайл как-то их нагрузил. А, блин, я, конечно, знаю, в чем прикол. Выгружать с этого ящика. Надо сначала его, наверное, стокпайл сделать. Я закину пока в этом назад. Вот, нет, не надо ничего. Submit to stockpile. Все правильно. Просто кнопка там есть снизу. Там, где ты пакуешь его, нажми submit to stockpile. 5000 мы можем загрузить в ящики. 5000. Вот, видишь, оно перегружается. Все, там кнопка есть, submit to stockpile снизу. Нажимаешь ее, перегружаешь, видишь, оно увеличивается. А, все, я понял, давай. Я пошел добывать тогда. Я молотком пока добываю. Они вручную добывают? Я тоже добываю вручную. Молотком. У него большой. У меня маленький молоток. Да, машина, конечно, лучше, чем вручную. А что сияет? Он мне молоток, что ли, дал? О, он мне кувалду дал, ага. Мы работаем с утра. Сэмпс. Как его комменнуть? Я не знаю, как его комменнуть. Я его комменнул, он, наверное, думает, он уже сейчас отдаст все, лишь бы я комменнул. Я не знаю, как. Я бы с удовольствием его комменнул. О, он молоток офигенно добывает, по 40. По 20, точнее, бывает по 40, короче, как игра. Машина по 40, по 30, по 10, по так 40, так, а молотком проще добывать. Машина еще топливо требует. Так, нам на еще 3000... Машина по 100 добывает. Не, ну по 100, да, это круто. Все, я забил ее, я забил машину. Я отъезжаю, я забил. Бери, выгружай нашу, в эту тачку, повезем. Я точно забил, то есть, я не понял. Логисты, тяжелая работа. Кто стреляет, там базуки используют, а мы, блин, как на шахтах работаем, как чернорабочие. Хотя пуля не пришьет, тоже хорошо. Жопу тебе не подорвут артиллерией 300-кой. Живешь себе, шины дубасишь молотком. Наверное, и кормят еще вкусно. Тут в здании рядом. Блин, мы можем себе на танк насобирать. А, на тарифу. Чтобы потом его безбожно жестко слить, да? Не, если мы хорошо там сделаем, мы не сделаем. А ты заметь, эти свалки, они типа, ну, появляются новые ресы на них автоматом. А тебе чуваки машины, интересно, не пользуются? Ты что? Чуваки машины не пользуются. Я машину вот уже полную разгрузил одну. Не, а ты сидишь, они не будут же там
искать там время, когда можно сесть. Молоток, конечно, тяжелый. Я еле хожу из этого молотка. Почти загружено. Много еще надо нам. Значит, я всех пацанов полайкать. Я бы знал, как лайкануть их. Они молодцы, они работают над важным заданием. Я не знаю, как лайкнуть их. Мы на какой-то мусорке, блин. Мы точно на войне, чувак? Мы какую-то мусорку собираем. Работай на машине и метёвкой. Мы работаем, чтобы патроны. Патроны делаем из этого мусора. Танки. От мусора до танки. Это меня сейчас ударишь? Ты чё, блин? Убийца поганый. А что он тут такое сияет? Типа, что-то хорошее? Я не могу развернуть машину. А, ты лучше это не... А, у меня фул инвентарь. Я не могу развернуться. Мы почти заполнили, все, мы заполнили на самом деле у нас. Нужно другую машину. Давай другие контейнеры загрузи пока. Еще потом можно приехать загрузить. Ну что это за фигня? Я сейчас... Ну выйди. Так. Так эти контейнеры, по идее, пацаны себе грузят. Какая разница, поможем им чем, блин. Блин, стой. А где молоток можно оставить, пацанам? Я в машине поставлю молоток. Да? Да? Блин, я пройти тут не могу, что за фигня? А, не, нельзя. Там только сальваж, айрон. Блин, где поставить бы этот молоток? Дай пацаны. Нафига не разгружают? А, пацаны, вы не то делаете. Guys, it's container full. All salvage use on this container, on second container. Они не так кидают сальваж. Валево, найс. Use buttons submit stockpile. Окей. Что делать с молотком? Я его... Он не исчезнет, если я его выкину? Он тяжелый просто. Давайте сейчас отнесу. Тут, видите, тут походу завод, мне кажется, можно вот в аутпост загрузим. Я молоток просто... Хаммер... Ага, он забит, офигеть. Охренеть. Ну, тут 4000, мы почти... Давай, загружай наш контейнер, все, пора загружать. Так, ну да, я сейчас... Ты собери его. Ладно, а не могу, он пишет empty надо, чтобы был. А, тут алюминий какой-то лежит, сейчас, секунду. Забери там дерьмо, которое... Да блин, чувак опять сюда грузит. Чувак, да хорэ грузить это все. Сейчас я выгружу. Да забирай просто пока, что он грузит. Боже, чувак, блин, не понимает, что надо делать. Я загружаю. Все, грузи на машину. Все. Так, я сюда вынесу весь этот мусор, который они... Они тоже не разбираются, они не понимают, как работает. Видно сразу, что на нубасиках тут такие, и мы нубасики приехали, другие нубасики. Нам железо надо, чувак, нам где-то надо железо добыть, потому что это мы тогда были, а железа нету у нас. Железо танки строятся. Нам, мы сейчас этого металлолома достали до хрена, теперь Iron Mine надо искать. Все, поехали. Думает нашу машину украсть? Не, мужик. Машина наша, я ее запер. Садись. Все, гоу, едем теперь на перерабатывающую тему. А я не знаю. А где рефайнер? Где должен был быть? Ну, рефайнер был рядом. Construction Yard и Factory был вот рядом. Назад просто, разворачивайся назад. Давай. Блин. Думал, развернусь. А вон их машины вверху, походу, стоят. Угу. Так они без ящика. Сейчас направо. Ах, секунду, ящик не погрузят. Так. И вот, мы сейчас будет вот прямо едь, будет Factory. Сейчас по левую руку Factory будет. Вот она, Factory. Стой, останавливайся здесь. Это Factory. А как мы разгрузим... Так, это заблочу машину. Охрен его знает. Как мы разгрузим этот товар без...
А я не знаю. Крейт, а они что там создают, смотри. А тут сюда что надо ввести, вообще непонятно. Не, походу, Factory что вообще используют? Мы, походу, не то использовать, нам рефайнеров нужно, а не Factory. А где рефайнеры ближайшие? Factory нам не годится. Говорят, капралы и сержанты, они сами не понимают, что делают. Они просто что-то делают. Они что-то делают и радуются. Блин, вы понимаете, что у нас реально перерабатывающих заводов нету? Как мы вообще живем? Неудивительно, что мы сливаем эту войну. Ну хорошо, ладно. Давай посмотрю по карте, какие еще есть заводы разные названия. Как они еще, блин, называться, называют? Вот есть Infinite, Vehicle Defense, Region Zone. Ни хрена себе, у нас... Ну у нас на Сиапорту есть дофига всякого добра, в Сиапорт, ну просто все, ну в морской порт ехать. Но, блин, забрать туда товары? Не, так у нас куча ресурсов, что с этими ресами делать, куда их везти, где их перерабатывать. Добыли мы, погорбатились. А ты знаешь, что нам перерезали? Ё-моё, нас отрезали, Аван, ты понимаешь это? У нас этот пока что соединение. У нас душат с этой стороны. Ист Марч, это последний аванпост. У нас всего там две дороги. Да, у нас если этот сектор заберут, будет очень печально. Я думаю, что нас сектор заберут, а мы с тобой эти ресурсы так и не переработаем. А вот рефайнери. Вон, молоточек рефайнери. Она есть в верхней части у врагов. Можем на вражеское рефайнери поехать на грузовике. В рыге можно переработать ресурсы. Дать им ресурсы, да? Ага, привезти. Это молоточек, короче, рефайнери. У нас их вообще нету, чувак. А как это вообще, блин, играть? Рефайнери нигде нету. Ты что, бред? Да ладно, ни одного завода рефайнери вообще? Как мы живем? Я-то думаю, что мы стреляем всякой дичью. У врагов там артиллерия 30-миллиметровая, а мы, блин, автоматиками пиу-пиу делаем. Хорошо, что надо, чтобы построить рефайнери? Можно пробовать построить его. О, это, конечно, хорошее. Варт, выруби все дефенс значки. А как это? Это база. Я не знаю, кстати, где дефенс значки, что вы означаете. Это что ли, вот так? А, вот так что ли, да? Оставить. Ну, структуры только, сейф хаус. Ну, странно, я врубил режим стримера. А вот, чувак, есть смотри, есть Factory Engineer Center, есть центр инженеров. Но он далеко находится, он очень далеко, чувак, находится. Не, нам нужно рефайнер. Смотри, у врагов сверху есть синий, рефайнер называется. И нам нужно такой же рефайнер сделать. Как его сделать, я понятия не имею. Короче, ребят, я не знаю, что, смотрите, я режим стримера врубил. Есть почему? У нас рефайнер. Знаешь, где у нас рефайнер есть? В самом нижнем, на Акриция. Видите? На зоне Акриция. Это, блин, короче, очень далеко, мы то не доедем. Это вокруг ехать. А что, у нас один рефайнерик на... Нет, два. Нашел второй. А, нашел третий. А почему у врагов так много рефайнерий? У врагов рефайнерий просто миллиарды. У них намного лучше снабжение, у них везде рефайнерии. Надо строить рефайнеры в наших этих регионах. А как их жопа. Строить? Короче, ближайшие рефайнеры, нам надо ехать в The Fingers. Зона The Fingers. То есть возвращаемся назад через мост. На нижнюю территорию. Больше нигде нет рефайнери. Они забрали нашу рефайнеру вот эту вверху, которую. Походу. И как построить рефайнери? Сейчас надо узнать, пацанов. Нет. Ты понимаешь, что без рефайнери мы вообще ничего не сделаем? Да есть рефайнер, поехали. Давай, короче, веди туда, если ты говоришь, что есть, но. Садись. Ну, в нижний регион. Давай. Подожди, а где я? А вот я. Эй, как тебя повысили? Ты уже капрал! Лейтенант капрал, с другой стороны, что-то пытаешься залезть ко мне. Капрал, что вы тупите? А я кто? Ты уже капрал! Не, просто... какого хрена? Нет, я сказал, ты будешь вести, типа, в плане указывать, куда ехать. Не в плане вести. Вверх, вверх, вверх по дороге. Вверх, не знаю, это. Не сюда.
Ну, типа налево. Потом направо и направо, короче. Направо и направо два раза. Окей. Ну, сейчас увидишь, дорога будет. А как ты вот это звание повышаешь? Ты ничего не сделал. Помахал день киркой, и звание уже лейтенант, когда там капрал или кто. Он уже капрал, короче. Он уже капрал, был этим... Давай направо, рядовым. Салага! А я кто хотя бы? У меня хоть звание есть, ты капрал? Бомж. Да ладно. Почему кухня на тебя повышает, а я как лошок какой-то? А что она мне пишет? LCPL. Походу, типа, это ловер, типа, ниже, какой-то капрал или фиг знает, что это. Ну, короче, ты, по сути, типа, а-ля перед сержантом, который идет. Ты еще не сержант, а, типа, ниже сержанта. Короче, ты уже едь, не рядовой. Едь по этой дороге ровно. А я, походу, вообще никто, типа, я гражданский. Просто куча людей поубивал. Ты тоже капрал, я просто не хотел тебе говорить, чтобы ты не радовался. Блин, я тоже капрал. Ты тоже L-капрал. Так что ты гавкаешь? Я такого же звания, как ты. Вот именно поэтому и не хотел говорить. Чтоб ты меня слушался. Собака грязная, она будет командовать или мной. Сюда, да? Да-да, ровно-ровно через мост. Сейчас будет мост, ну прямо едешь по этой дороге, будет мост, потом направо поворачиваешь, еще один мост, потом еще раз направо едем вниз. Страшно, интересная игруха. Ну, типа, знаете, она прикольная тем, что тут, по сути, это игра о войне, то есть там на фронте бешеные зарубы, стрельба, с пушек бьются. Но есть еще и логисты. Вот логисты занимаются тем, чем мы занимаемся. Конечно, они это делают быстрее и эффективнее, потому что мы только разбираемся, как логистика работает в игре. Я вам скажу, что здесь есть офигенный флот. Я раз был, не помню, где-то я подошел, посмотрел, то, наверное, шипьярд был или что. Там были огромные корабли, там уже линкоры строить. Не знаю, правда, сколько это по ресурсам будет, но там можно, ой, наверное, а там, флот по идее, создавать. Там, по идее, на человек 10, наверное, 15, чтобы тем кораблем управлять. Ты там не сможешь в одиночку справиться. Там пушки перезаряжать. Так, путешествуем на следующую зону. Град, генерал Руинус. А прикинь, сами генералами, я так ничего не шарим, типа. Куда идти? Кого стрелять? Да, это, конечно, гор. Они реально мало точек не смогли построить на нашей территории. Они издеваются. Так недаром там враги доминируют. Ты что, не понимаешь, вчера чуваков вчерашних, которые технику увозили, хрен пойми куда. Они, чтобы драться, дефать точку, они технику куда-то тащат. Мы тащим технику на поле боя, чтобы дефать точку, а они ее увозят обратно с поля боя. Так, куда сейчас, ну? Прямо, по идее. Прямо через мост и направо, еще раз направо потом. Два раза направо, короче, поворачиваешь. Понятно. Капец, это чтобы перевозить... Не, нам нужно реально завод строить, это бред какой-то. Мы везем ресурсы через такие дебри. Хоть мосты не разрушены. Мне кажется, чтобы мост построить, надо технику подгонять. Ручками он не строится. Потому что мы вчера пытались мост построить, но не могли, там его разбомбили. Оп, стоять. Так, выйди там ручак, где дерни. Поехали. Ну что, саботажные дела или что это? Можешь закрыть, если хочешь сейчас. Да ладно, блин, нам назад надо будет ехать. Едь, нам назад все равно будет. Ну просто неизвестно, может они для чего-то недаром. Хотя, в сути, там любой может выйти на, и дернуть. Направо, 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 понятно, направо, да. Направо. Там далеко-далеко есть земля. Где моя зарплата, кстати? Что-то задерживает ее. Мы уже несколько дней работаем, нам еще не платили. Ни разу. Сейчас опять в новую зону будем грузиться. Страшно ли много тут онлайна? Ну, вроде бы несколько тысяч человек играет точно. Просто сейчас мы, видите... Мы это говно через полстраны везем. Да, это печаль. Там просто все участвуют в войне, а логистика, логистов мало очень. Но тем не менее, видите, мы нас повысили, то что мы логистикой занимаемся. Нас чуваки там полайкали. Ибо это логисты такая кропотливая работа. Знаешь, война 2 года уже идет, мы не можем их взять ни один, нас. Это очень странно. 2 года, мать его, воюем.
Так и до генерала дослужиться можно. Сейчас будет, получается, тебе надо будет налево сейчас ехать. Сейчас будет разветвление, налево уходишь. А ты знаешь, чем больше тебя людей лайкают, тем выше твое звание. Понятно. Наш чувак лайкнул, поэтому он нас повысил. Тебя, наверное, раньше повысили, чем меня, потому что ты бегал там логистикой, пытался заниматься. И тебя лайкали логисты. Потому что на поле боя почти никто не лайкает никого. Налево опять, налево, еще раз налево. Окей. Не, вру, налево, один раз только налево, а дальше прямо просто едешь. Ну, бензин, честно говоря, расходуется и не сильно. И прямо по дороге. Мы израсходовали 30%. Где-то. Может даже меньше, может даже 25. А блин, тут вражеский танк такой, бах. Ты сейчас едешь тупо прямо, аж едешь и в конец, когда Т-образный перекресток будет, ну дорога уже прямо некуда будет ехать, поедешь направо. Сейчас едь прямо, все прямо, пока до, ну короче, до отбойника не упрешься. Знаешь, я посмотрю, где железо добывать. Я тебе предлагаю, короче, железо это. Железо срочно нужно. Я тебе предлагаю еще раз попытаться на каком-то корабле набрать взрывчатки и поехать куда-то вглубь вражеской территории. Видишь, тут у нас пусто, видишь, никого нет. Так вот, если заехать на эти стратегические точки, мы можем с тобой потом все повзрывать нахрен. Ну да. То есть, типа, взрывчаткой просто позаминировать, и мы взорвать заводы, там, машины. У нас ракетная установка, чувак, есть. На одной из зон. Я нашел Rocket Launch у нас есть. Rocket Launch Site. То есть ракетами можно бомбить их. Ну, правда, учитывая, что у нас железа нигде нету. Как железо называется? Iron должна быть. Это Iron Mine. Я ни одной не вижу Iron Mine. Я вижу только есть куда дальше компонент. Вам? Ну, ты до упора доехал? Нет, едь прямо, ты еще едь. Мы почти приехали. Едь прямо, потом направо и налево. Сейчас будет вот следующий поворот, будет направо, а потом налево. И мы приедем в город. Смотри, на нашем тылу так спокойно, прикинь, тут взрывчатка сейчас бы чуваки действовали. Это жесть. Ну, конечно, они бреться на взрывчатку. Все равно. Они много взрывчатки просто не вытащили бы сюда. Это единственное. Тяжело протащить только взрывчатку. Это разве что, знаешь, что сделать? Это разве что ездить просто по точкам, взрывать главные центры их везде. Диверсию проводить. О-о-о-о-о. Нихрена себе они впилились у нас. Налево. Такой странный сигнал у нас. На них покруче было. Все, прямо, и сейчас рефайнеры уже рядом. Едь, короче, прямо. А знаешь, что еще можно делать? Можно мосты взрывать, чувак. Это же как логистика, ну, можно обламывать. Мосты можно подрывать. Если как эти диверсанты. Так, а сейчас куда-то... Ну, это да, кстати. Налево, а я знаю, налево. Прямо было ехать. А можно и так доехать. Я уже вижу рефайнери, молоточек. Боже, как долго мы везли сюда товар, чтобы переработать. Подожди, может еще и не сюда надо. Не, на рефайнере точно. Тут должна быть машина для разгрузки. А вот это, конечно... Вот, все, тормози. Вот, смотри, на рефайнере с морем теперь, как она... Как ты зашел? Я что, войти не могу? Может, только один может войти или что? А вот, нет, смотри. Я не заходил. Надо было заехать, вот сюда надо было заехать. Видишь, тут разгрузка. Тут кран разгрузочный, мы не туда заехали. Оу, психи, блин! Это точно русский, Балтика 8, блин. Чуть не задавил меня, блин. Сюда, да-да, правильно. Я еще не залочил машину? Не. Давай сюда, только не задави меня. А где кран? И залочь машину. Как сейчас там, Элка? Да. Я залочился. Нас чинят. А, ты должен разлочить машину. Ладно, разлочи машину. Ну, либо ты должен это делать. Давай, снимай. А куда это сейчас нести надо? Поставь просто на землю, где, наверное, мы вручную должны... А вот, сюда, смотри, стой, сюда не машина. Сюда. Точно нет. Точно не сюда.
Мне кажется, что... Ну, хочешь поставь, но вроде не туда. Там просто машины выезжают. А может, вверху вот там машина какая-то заехала? Пробуй. Да, я могу передать сразу. Я могу сразу перегрузить. Давай, перегружай тогда. Не понимаю, как сразу нажать, а то... Я что-то не понял. Я покажинг делаю. Не. Ты можешь разделить, что там, распаковать их или что? Это Балтика 8 я делает. Я распаковал. Распаковал, и что дальше? И что с ним делать? А может надо мне там запаковать, ну запакую и обратно. Так. Ну, запаховывай. Вижу, не так надо, походу, выгружать. А мы точно? А, Маман, тут видишь, что тут, короче, проблема в том, что тут сальваж, правильно. А мы не так привезли, у нас сальваж как выглядит, как бочка? Не, у нас не как бочка. Да, секунду. Я пока не совсем понял. Как работать? А, да, все, вот я могу заказывать. Да, все. Я могу заказывать сразу. Балки делаем. Бензин могу делать, могу разные делать. Heavy Explosion. Что нам делать для танков? Нужно алюминий либо базовые материалы, Иван? А я без понятия. Так ты не знаешь, блин. А хотя у нас болтов нету. Мы все равно это не сделаем. Но это научный материал. Вот, чувак, смотри, я танк заказал. Посмотри, какой танк охрененный. А, ну, чтобы тут сбоку строятся танки. Но чтобы вас сделать, надо что-то... Ну, тут можешь посмотреть. Тут целый конвой танков стоит, пацаны строят. Смотри. А, 155 надо... каких-то металлических хрень. Я не знаю, что это такое. Короче, я ресурсы просто... Я перекрафчиваю сразу их. И не надо как выгрузить, их пойдя перекрафт. Смотри, стой. А, надо определенный ресурс. Дай я посмотрю, какие ты перекрафчиваешь. Я публично их сделал. Нам надо айрон, нам надо железо, чувак. Нам надо железо. Базик, но... Айрон, чтобы айрон сделать, нам нужно... Короче, айрона нету, нам нужно айрон добыть. Мы не айрон привезли, мы можем только сделать explosive material, дизель и basic material. У нас айрона мы не добываем нигде. Бляха. Айрон. Так что я перекачиваю в базик материал, наверное, все, да? Давай в базик, давай. Не знаю, смотрю, нахрена, конечно, мы... Еще эксплозив пару сделаю, но эксплозив очень долго делается. Знаете? Я все, типа, заказал в базик материал. Все, видишь, мы разгрузили аван. Наше. Все правильно, короче, я сделал. Я его выгрузил тут, контейнер. Теперь я запакую его и обратно. Нам за железом бы в идеале, конечно. Так, я на машину сейчас поставлю обратно. Там. Короче, правильно мы привезли, конечно, но нам железо нужно все тащить. Вот, иди сюда, смотри. Секунду. Да, я на машину поставлю наш контейнер. Честно скажу, что проще возить мелкой машиной. Может, там, конечно, не 5000, может, там 1000 места. Но я хрен его знает. Ты заблочил машину, что ли? Да. А ну разблочь, что я не поставлю это все единицы. Нам нужна. Давай. Все. Ну, короче, все мы. Я поставлю пока тут ее сейчас. Так, идем, покажу, какие танки делаются. Вот смотри, вот сюда. Иди сюда, в этот гараж. Вот тут видишь, два танка стоят. Пацаны на войну, походу, собираются. Но как скрафтить, я не понимаю. Они почему-то исчезают. Вот смотри сюда. А, вот подойди сюда, нажми и посмотри, какую технику можно скрафтить. Так, секундочку. Use garage. Окей. Ой, блин. Да, они все железо. С базик материалов. Только машины строятся. Нам железо надо довести. Поехали железо искать. Знаешь, что мы сделаем? Мотоцикл с пулеметом можем сделать с базик материал.
Только. А как железо выглядит? Ты мне можешь объяснить, откуда железо искать? Я не понимаю, я на карте не понимаю, что из них майн. Какой железный майн? А это прям персонал. Сейчас, секундочку, я посмотрю, какие техники есть. Да, по сути, все требует почти. А это? Саус можно взять, поехать на Саусе. Ну, короче, это наша машина. Ну, в общем, все обычные транспортники делаются с этого. С обычных basic материалов. А где железо брать, я не знаю. Может, shipyard? Наверное, легче было самим ее построить. Я не знаю, как она строится, пацаны. Я вообще, типа, мы пока разбираемся. Мы мало чего понимаем, пока что мы вообще делаем. Бля, черт, железо надо добыть. Iron. Iron can be refined into iron alloy, which is used for prototype process. Ну, понятно. Но мы это никак не достанем. На карте это iron есть. Так вот я тоже, iron нет на карте, но он какой-то другой ресурс. Как-то он по-другому называется. Есть компонент филды. Сульфур филды. Не, должны быть iron. Компонент филды, сульфур филды есть на карте. А они, по сути, я вот смотрю, есть компонент филды, делаются в refined material. Секунду. Так, не в этом дело, именно в том, секунду, так жила, я вам, вот нам компонент филды нужны, нам не iron нужен. Нам компонент филды нужны. Ну, компоненты, ближайшие компоненты есть, они недалеко, вообще недалеко. Три палочки, прям... так я, ну, сейчас, секунду, гляну. Три палочки танки требуют. Три палочки, это что? Сейчас, может, танк себе замутим. Тяжелый. Давай самый тяжелый танк. Сделаем. Да, да, Вов, три палочки это компоненты нужны. Поехали за компонентами. Ну все, тогда я тебе сейчас говорю, садись, пошли в машину. Где машина? Стой, блин, я потерялся. Ты запарковал ее, нашу машину? Да, я запарковал, чтобы она не мешала. Там же проезжает, ну, окей, техника. Так, значит, сейчас сделаем танк, ребята. Будем за компонентами, поедем танк делать. А заправка тут... А давайте ты от топлива возьму, наверное. Или у нас хватает топлива? Ну, вообще, желательно бы взять. Давай я возьму, я все равно там накрафтил топливо больше, чем мы потратим. Ну, короче, смотрите, у нас базик материалов, я еще крафчу их. А базик материалов сколько? А сколько вообще их крафтится, я не пойму. Ну что, сейчас, секунду, я посмотрю. А, 2-1. То есть выходит, мы с тобой почти 2000 basic материалов сделали. Ты прикинь, да блин, мы нехило с тобой поработали. Мы реально? Ну. Ну, 2000 материалов это очень много на поле боя. Это очень неплохо. Давай, так, жди. Поехали. Жди, я топливо залью, я просто перегружен. А, секунду. У нас полная машина по топливу. Уже полная, да. У меня и так писала кореша полная, у меня сейчас пишет, что она полная. А можно как-то баки объединить? Жди. Сейчас, секундочку, оп, оп. А че я не могу баки объединить? Ладно, я там оставшись канистра, она тяжелая, просто я хочу вылить. Ладно, к черту. Возьму автомат, чтобы нас не встретили. Окей. У нас и здесь, блин, наша база глубокая. Ну, короче, я там в основном basic материал. Можно, конечно, было отвезти на поле боя. Оп, пока ты едешь. Я думаю, там можно выхнул. Приехать. Так и скажи, выхнул немного. Малёха. Говорят, железо и алюминий — это редкие компоненты, они падают со скрапа с определенным шансом. А, понятно. Понятно. Так и что это означает? Короче, что они выпадают рандомно, но не знаю, для чего они нужны, потому что танки делаются с компонентов. Ну, то есть, как бы они для ракет нужны, или для снарядов, может быть, каких-то там для артиллерии топовых. Ядерные ракеты, блин. Прикольно, если ядерные ракеты есть. Чувак, если есть ядерные ракеты, то если по кому бахнут, то по нам, поверь. Там людей больше играет на той стороне, намного больше. У нас сторона проигрывающая, поэтому... Но мы держимся, тем не менее. Держимся, мы каждые пару дней теряем по сектору. Так, ладно, мы с одной стороны мост забрали. Краш или Фау 2 есть? Не, ну, знаем, типа, ребят. Да.
Вчера, короче, когда мы проигрывали, мы там сектор начали проигрывать, нас херачили какой-то бешеной артиллерией, там взрывы были почти вот на весь экран, взрыв такой был. То есть там типа нам разбили все бункеры, укрепления, нас просто арта жестко накрыла. Вован, ты чё, наркоман? Я по карте смотрю просто, куда ехать. А, я думаю, ты едешь... Так, стоп, куда нам надо ехать, дай посмотреть. Ага, прямо. Я боюсь, главное, что людей не задавил, потому что если будешь много убивать, может что-то сделать с тобой. Под трибунал пойдешь военный. Я никого не убиваю. Ты едешь, ты не смотришь на карту, ты в машину таранишься. А если там был пехотинец, ты бы задавил, если на карту смотришь. Тут никого нету, чувак, тут пустота, спокойствие в этом регионе, видишь, никого вообще. Да ладно. Вон, смотри, вышка аж накренилась, потому что даже военных действий здесь никогда не проходило. Посмотри, какая земля ровная, ни одного кратера. Тут не воюют просто. Ты всегда в плане... То, что... Ну, мы далеко, мы на самом деле сейчас очень глубоко уехали. Если какие-то будут партизаны, наедешь на мину их. Они будут радоваться. Большая Берта стоит, видел? Ага. Так, мы почти приехали, сейчас скоро другой регион будет. Я зажи, что оно есть, не совсем понял. А, скажу. Ну, если есть, то есть, то хорошо. А, так ты утверждала, я понял. Ты просто, видишь, вот в чем фишка, когда ты не ставишь знаки никакие. Ты написал, Fallout 2 есть, не поставил ни точку, ни знак восклицания, ни знак вопроса. Я подумал, что спрашиваешь, или Fallout 2 есть. А потом я понял, ты имеешь в виду, что ты говоришь, что оно есть. Да, говори, знак восклицания оставь туда, чтобы было понятно. Или точку хотя бы. Для этого знаки и были придуманы. Чтобы понятно было. Так, мы почти приехали. Сейчас регион другой загрузится. Блин, потом железо туда перелопатить. Сейчас мы железо... Ешку нажми, ешку так, нажми. Перейти. Я просто нажимаешь, мы переходим. Типа в том, что... Ну, прикол в том, что мы сейчас привезем кучу железа. Если мы вообще привезем еще кучу железа, пацаны сейчас сразу все танки начнут крафтить там. Ты можешь персонал там, там ты, когда перекрашиваешь, там есть два варианта. Персонал, либо паблик. Я поставил паблик, ресурсы наши. То есть, типа, можно сделать персонал. Ну, вот Топтыга Дар говорит, что есть ядерка в игре, только ты ее задолбаешь строить. Ты неделю потратишь, чтобы ее построить. Я хочу ядерку! Пацаны, залетайте, будем ядерку строить. Блин, реально, если бы с нами кто-то играл, мы бы могли опробовать ядерку замутить. Жахнуть, попросить, как они бы охренели. Психи ядеркой стрелять начали. Блин, нас людей, нас два человека, мы вдвоем не справимся, надо еще людей. Два психа, там будут всякие фон Штраусы и прочие будут строить ядерку. Тут на самом деле так, мост есть, Вардум и колониалисты, то есть я не знаю на самом деле кто есть кто, но да по идее какие-то такие выдуманные, вымышленные фракции. Не, ну если бы ядерки, прикинь сделать... А как тебе вариант сделать дохрена ядерок, но сначала не пускать их сразу, а потом когда делать дофига ядерок, херануть. Ну а в чем проблема, что если мы на стриме делать ядерку по любасу, кто-то увидит из врагов, что мы строим ядерку и придут сюда штурмовать тот сектор, где будет ядерная бомба. Они взломанутся ее, типа... Блин, а что они защитили, чувак, как-то заехать? Объезжай, потому что там есть заезд. Они защитили эту штуку. Да я вот сейчас, я уже попробую. Вот, почти заезд объехал. Вот заезд почти. А тут бомбили, чувак, а тут бомбили. Как они тут бомбили? Туда-сюда не знаю, но... Значит? Наверное, танки что-то мне делали. Добыча, считая ресурсов, это... А компоненты вообще есть? А столько машин? Компоненты были? Х-72 было. Только проблема, что я когда забраться, смотри. Ну, стой, да, я выйду. Это... Выходи и подвините машину. Если не, это не, вот тут переднюю. Доступно, эти никто не может. Ну, эти закрывать, я не думаю, что кто-то закрывал, надо быть больным. Едь просто вперед. Я не могу здесь, тут надо пройти с другой стороны. Бля, о, там. Да! Это что, гении запарковали, что нельзя войти? Я не войду туда, потому что. А, не, могу залезть. Секунду. Бляха, ну я смогу залезть. А нет! Разработчики странные, что вы сделали?
О! Дахара как отменить? Я паркую сейчас одну. Так, я одну отпарковал машину. А че я выйти не могу? Door blocked? В смысле door blocked? Вы че? Вован, тарани машину эту. У меня дверь заблочена. Я дверь заблочена, я не могу выйти. Машина не Я залез машина в дверь. Машина не таранится в игре. Я залез в дверь, и она заблокирована. Можешь отпарковать, а то сесть за руль. Как-то это... Я сел на дверь пассажира, так, и она заблокирована. Я не знаю, что за хрень. Разрабы, что вы за хрень сделали? Кирилл, Вован, даже ошибки сейчас будет срать, как я. Ну все, это капец. Ко мне, что ли, залезешь? А тут я сижу. Ай, разрабы. Есть, я выпрыгнул. Да я не могу тут забрать, чувак. А проверь, тронуть, может, можно как-то? Я в машине застрял. Ты понимаешь, я залез в машину через дверь. Никак она не двигается. Боже, они физику не добавили на машину. Как сесть на первое? Может, пассажирское сиденье как-то можно пересесть? А ты ничего не даст, ты не выйдешь. Как это можно делать? Назад, говорят. Попробуй назад. О, да, Z, спасибо, пацаны. О, спасибо огромное. Вылез? Насчет Z. Ну, не, я просто сейчас пытаюсь... Я пытаюсь... О, в машину, ты на машины меня заблочил. О, все. Подожди, все нормально. Я пошел добывать ресурсы. Я тоже сейчас буду добывать. Они фигню сделали, они очень, очень жестко их запарковали. Так никто не паркует машины. Хрен залезешь потом в них. Как добывать? Левая кнопка мыши? Ну, да, езди просто по этому говну. Сейчас танков столько наделаем. А тут кран есть, чтобы разгрузить нашу телегу? А, да, есть, вон стоит, от бензовоза. Надо проверить, или он не за это, не заблокирован. Блин, нам нужны люди, чувак, для ядерки, по-любому. Нам надо инит, давай присоединяйся. Будешь строить ядерку. Будем партизанами. Ядерку будешь строить, инит. Целую неделю, блин, будешь ядерку делать, подумай. Ё-моё, целую неделю будешь ядерку строить. Все силы кинем на ядерку. Учур, пускай я. Строите вы, а я пускаю я, да? Я себе маленькие усики налеплю, короче, и напускаю. Как у нас ещё машина полная там напишет, когда она полная? Она бы не будет добывать больше. Вроде как. Я не уверен на 100%. Мне кажется, или это тот... так у меня было. Та лучше добывает, как бы, ну, скраб добывается быстрее. Да, без P4 иногда. Да-да-да, это походу очень редкий ресурс просто. Ну, танки делаются из него еще бы, блин. Базик материал, конечно, основные постройки делаются, а вот тут танки. Мы сейчас можем сейчас сделать кучу танков и перевести их на поле боя. О, все, я добыл, я полностью, у меня инвентарь фул пишет. Я поехал разгружаться. Не, я так и еду. Добывать. Ну, надо таких 3 машины или 4 выгрузить. Сделаем самый большой танк, он огромный такой, типа, километровый, который будет ехать, типа, давить врагов. Ну, на мост не поедем, потому что на мосту мы его потеряем. Там на мосту бесполезно. Блин, я еще не забил. Да, блин. У меня уже скраб почти переполнен в машине. Так, я иду сейчас загружать. Что-то жестко, как-то он мало добывает. О, все, инвентарь фул.
А чем так много машин-добытчиков сюда поставили, учитывая, что... Ну, по идее, 4... очень много добывают. Да, только я никого не вижу здесь. У нас армия без танков. Warning low fuel. Ой, блин, топливо заканчивается, ладно. Я подсоблю тебе машинку так. Топлива, у меня есть немножко. Давай перегружать. Ничего не могу отсюда взять, не понял. А, могу. А, понесли сюда. Ага. Так, унпакинг делаю сейчас. Блин, загружаем. Я тоже делаю унпакинг, посмотрим, что оно даст. Так, 600 загрузил. Ой, блин, мы задолбаемся 5000 везти. 1100 уже есть, да ладно, чувак, элементарно. Задолбаемся. Не, я имею в виду, что мы дофига, еще два раза мы на танках все. Дофига привезем товара. Я знаю. Ну, я не смотрел, там коэффициент перекрафта, там коэффициент есть. Табличка это мешает. Ну, я по-любому думаю, танков 5 можно будет на это сделать. Ну, логистика. Нам нужно сказать спасибо, нас повысят, если они поблагодарят нас пациента, что мы, типа, это... Сейчас, машины пустые. Знаешь, это надо короче, делать... Это 2,8. Надо еще добывать. Ну, наверное, сделаем сколько? Перекрасим частично персоналку, половину публично сделаем, да? Или не стоит да, публично? Да, да. Да? Нет, пацана, надо помогать. Да, так как, блин, это война же. Мы все-таки брали ресурсы какие-то, будет камбэк. Что мы не просто берем, мы и даем. Димон сразу другие две машины и эти. А там вторая машина. О, кстати, там вторая машина вроде бы есть. Может, реально две да. машины загрузим? Ну, я не знаю. Ну, давай. Топлива у нас вроде бы хватить должно. Я боюсь, что... А, на машину топлива не хватит, блин. Тут топляка не хватит, пацаны. У меня уже машина почти на пустая. У меня тоже топляка нет. А есть топляк где-то там взять? У нас пустой. Все, стой, сейчас выйду, посмотрю. Вот, тут машины есть с топливом. Нет, тут машины с топливом есть. Они по... А, вон, 13 канистр с топливом. Сейчас заправлю себе тачку, тебе тачку. Тут машины специально с бензовоза привезли сюда. Конечно, он уже пустой почти, но все же. Чего-чего? Я что, подлагиваю? Ты спик лагал. А. Я тебя тоже не слышу. Понятно. Хотя я сделаю все-таки FPS поменьше, ребят. А то сюда с FPS у меня все равно экран столько не держит, а... Смотришь, просто порой подлагивание у OBS случается. Так, а... Тебе топливо залить? Тогда остановись. Да, залей, у меня кончилось уже, все, у меня уже почти кончилось. Давай я залью тебе канистру. Только меня не это, и переработай на танк. Там еще есть, там машина стоит с топляком, там, по сути, хватит еще на пару заездов. Вот говорят, наделайте себе танков, закройте их и берите потом на следующем стриме. Ну, как вариант, можно и так сделать. Но с другой стороны, пусть пацаны, надо два запасных, наверное, сделаем себе. Посмотрим, насколько этого хватит вообще. Две машины. Будем танкистами, знаменитыми. Ну, смотрите, мы почти два часа занимаемся, а пока что вот этими делами, скажем... логистическими. Ты можешь стоять на месте, кстати, а не ездить. Да? На самом деле, оно и так добывает. Да. А что не добывает, стой? У меня фа, я заполнился, все, я еду разгружаться. Мы тут работаем на танке, на благо танков, а никто даже это, типа, не видит. Никто даже не может нам лайк поставить. Они придут, посмотрят дофига, типа, ресурсов на танке, а в итоге кто это сделал? И лайков нет. Обидно. А лайки это звание. Давай в мир орать, типа, пацаны, танки сейчас будут новые, чтобы они типа, эти ребята танки делают. Надо себе заявить. Блин, нам потом пули надо будет танком сделать. Мне кажется, стоять выгоднее, знаешь почему? Ты когда едешь, топливо очень сильно расходуешь. Хотя, знаешь, можно даже кувалдами выгоднее бить. Ну, плане, что топливо не расходуешь. А мы два ящика вряд ли загрузим. Тут второй машины, судя по всему, нет.
Ну, обидно, если так. Вау, 73 добычи за раз. Это как-то везуха. Я 100 добывал за раз. Это крит, по идее. 4,5 тысячи есть. Ну, сейчас я как раз добываю. Еще копаешь? Все, я... Ну, я... на вторую машину можно попробовать, я не знаю. Ну, если две машины, это было очень хорошо. Две машины, это танков, наверное, 15 можно будет, то и больше закрафтить. Ну, ящиков дофига, на самом деле. А ну, посмотри, проверь, сейчас загрузишь ту машину, ну, тот наш контейнер, и проверь, или еще один контейнер есть, ну, или машина есть. Контейнер там, я вижу, два стоят, а вот машина есть еще одна или нет? А вот стоит рядом. А, это нет, она, секунду, это наша стоит, да? Это наша же стоит. То наша машина, да. Да-да, то я подогнал это. Ну все, наша тачка полная, 5000 есть ресов. А сейчас проверим. Можешь загрузить пока. Тут есть кто-то машина с... Блин, походу нет его. Так, как это сесть сейчас с нее? Сесть не могу. А, я не запаковал. Хотя бы, знаете, разобрались, как работают эти покаж, всякие темы. А то вот вначале... На самом деле, у игры есть такой, скажем, небольшой порог вхождения. То есть, типа, он не капец тяжелый, но и не капец легкий. То есть, средний порог вхождения. То есть, для новичков это будет очень тяжело понять, что да как делать. То есть, типа, это все не интуитивно понятно. Это приходится методом тыка. Машина заблоченная. Так... Не, не заблоченная, если я положу, то я заблочу ее. Блин, это ресурс. Можно, конечно, заполнить несколько этих... Так. Я заблочил машину, а тут сейчас какой-то чувак умный приедет, тачку угонит, все танки наделает. Личные. Да заполняй второй, пока там вот стоит штука, заполняй ее тоже. Да, да, я так. Потом за ней, может, кто-то приедет, сразу заберет, чтобы быстрее было. И напишем табличку Лиеры Дэр Краш. Нам нужны лайки, я хочу быть в конце генералом, знаешь. Я буду говорить, как буду командование, строить ядерную бомбу. Бог ядерных бомб. Жалко, что самолетов нету. Еще бы самолеты, знаешь, неплохо было бы. Есть иметь. Самолеты. Есть. Тут есть самолеты, да, я видел, есть авиаконструктор. Я видел, какие-то самолеты есть. А как на них летать? Вот это я не знаю, или вообще возможно. Но я видел, что какие-то самолеты можно строить. Что-то угрожаем еще или как? Или поехали? Я фул. Ну, эту разгрузим еще и поедем. Так, сейчас я припаркую ее нормально, чтобы не паркую так, чтобы можно было залезть. Это парни, которые припарковали их, это просто безумие. И мы чуть не... Ну, я вообще вылезти не мог. Повезло, что топливо было. А прикинь, топлива бы не было. Я оттуда бы не вылез никак сам, без чьей-то помощи. Я так вот оставлю ее, все. Так, жопа к жопе. Забираем отсюда. Грузим в следующий контейнер. Че я не могу? Блин, сзади, походу, только можно. Угу. Это тоже топливо есть. Спорим, тут дофига топлива. А ну. Да, чувак, тут топливо вообще дофига. Тут стоит чем-то топливо. Тут топливо так пацаны обеспечили. Они молодцы. Ну, они, походу, специально привезли. Так. Что у них тут за железо еще? Это базик ресурсов. Не знаю, зачем, кстати. Ну, там реально его много. Можно что-то построить. А ты уже сам, походу, это заберешься. Угу. Да? Все. Тогда поехали. Я сажусь в машину, едем. Так, стой, да я выгружу. И с тобой. Как думаешь, будем персональную переработку делать? Да. Давай персональную сначала, а потом отдадим уже ресурсы. Ну давай. Главное, чтобы нам хватило. Иначе, блин, сделать для кого-то потом. Часть персонального, часть... так, тут загружено. Сейчас я иду. Давай, я разблокировал. Так, Q. Я L, я блокирую сразу же. Джесси, на самом деле. Ну, хорош, порулили назад. Танк и ресурсы везем. Интересно, долго они будут перекрашиваться на рефайнере? Они могут перекрашиваться очень долго. Посмотрим.
На самом деле, не думаю, что очень долго. На самом деле не очень далеко находится вот этот, скажем, то, что мы брали скраб, мы походу в плохом месте его собрали, знаешь, на самом деле. Но мы контейнер не рассчитывали. Знаешь, мы вообще зря контейнеры таскали, контейнеры, видишь, валяются на точках. То есть, по факту, мы как бы зрителям дали понять, где берутся такие контейнеры, где они делаются. Но, в общем-то, могли этого не делать, потому что контейнеры можно было взять с любой из точек и увезти его оттуда. Тут стояло два контейнера халявных. Нет, так лучше своё. Не, я понимаю, но просто ну, сколько мы времени на контейнер потратили. Ну так ничего, зато знаем. Сейчас мы эту машину заблокируем, где-то спрячем ее, чтобы это наша будет машина. Ну, мы будем на ней пользоваться. Потом сделаем, может, вторую и сразу две будем загружать в следующий раз. Ну, если будем еще заниматься этим. Ну, не знаю, знаешь, с одной стороны, ты тут не стреляешься, не мочишься, но довольно-таки интересно. И сейчас, когда танки подъедут, мы можем даже какой-то фланг пробить. Если мы сейчас сделаем там 5-6 танков, пацаны возьмут эти танки, и они смогут прожать какую-то точку. Говорят, нифига сарай машина. Че, нормальная машина. Ёшка. Дизелек работает. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. У нас все на дизеле. У нас бензина нет, у нас только дизель есть. Тут все на дизеле пашет. Ну, танки, да, танки на дизеле. Эти грузовики на дизеле. А че именно дизель, а не бензин? Не знаю. Дизель мощнее, наверное, в этом плане. Там. Мы на самом деле пока что еще низкие по званию. Нам надо еще работать и работать. На поле. Самое смешное, что мы с Иваном уже сколько провели. Я провел почти 4 часа на поле боя, я получил 0 званий. Как только начал заниматься переработкой ресурсов, сразу повысили на 2 звания. Кайф. Короче, хочешь, чтобы тебя повышали, вози ресурсы. А на поле боя ты будешь говном бесполезным. Никто даже тебя не повысит за там хорошую работу. Никто тебя не уважает. Да. Не, ну с другой стороны, просирать ресурсы это не так, типа, знаешь, тебе пофиг, ты такой, создал что-то, такой прострой. Честно говоря, ресурсов очень много добывается, то что вот мы с тобой добыли 2000 basic материалов, сейчас сделали, накрафтили там топливо, накрафтили с тех первых рейсов, сейчас еще накрафтим танки, ну не так тяжело, на самом мы двое считаем, мы могли даже это один мог делать, то что мы занимались. По факту все, что мы ускорили, только добычу. Если мы две машины бы с тобой везли, и это делали на две машины, то мы столько бы рейсов накрафтили, что там хватит на танков, блин, 20 и на пару бункеров. Там бункеров штук 15 мы бы сделали с тех рейсов, поэтому не так-то и мало. То есть, если, допустим, один человек бы хотя бы там часа два убивал бы на доставку ресурсов, а потом бы там часов 15-20 воевал, он бы свои рейсы даже не потратил. Так что... Тут, по факту, сделали добычу более быстрой, чем расход. Говорят, а танки по шаблону можно делать или свою банку с пистолетом построить можно? Нет, тут, по идее, по шаблону. Я точно не уверен, но думаю, что по шаблону, а тут свои делать так-то было бы странно. Это вам не красава. Говорят, вот Всеволод пишет, работяг просто уважает. Ну да. Да. Смотрите, 2 часа мы убили на то, чтобы как бы привезти 2 вида товаров. Сейчас еще и танк закрафтим. Конечно, проблема, что... Я вчера с пацаном ездил, он также на такой же машине все делал. На самом деле, тут он механика... Знаешь, чем проблема механики? Они бы сделали просто механики рот. То есть, типа, допустим, что ты делаешь машину, ты можешь ее не блочить, как ты блочишь через элку, а делать, что-то машина становится ротной. И те, кто находится в роте, может ее использовать, знаешь? Вот как я сейчас с тобой. А допустим, если чувак не заходит. Можно. А может, если чувак план, не заходит, надо там. План делать, наверное. А если человек не заходит, допустим, день, ну, допустим, 5 дней, может, или 3 дня, или там 2 дня, то можно делать, чтобы, допустим, она разблочивалась. Машина и уже мог любой в нее сесть. Ну, чтобы техника не стояла. А, стоп, мертвым грузом. Поехал. Секунду. Тут есть таблички даже с кланами, я видел, там, типа, Дискорд, кланы и прочее. Так, вот сюда нам надо... Да, как мы разгружали? Где кран? Да, вот кран. А вон кран, я понял. Сюда что-то не выгружать. Сейчас, секунду.
Я выхожу. Секси, подожди, не выходи. Далеко не уезжаешь, по экран достал. Не паркуйся далеко, я экран. Я вот так вот встану, вот так. Достанешь, он длинный экран. Пока, ну лучше бы не вылазил, потому что сейчас могут угнать машину. А если заблочишь? Я на заблокированном. А я не сниму тогда, если заблочишь. Я разблокировал. Теперь заблокировал, все, снимай. Машина заблочена. А ну, что там по танку? Танки уехали. Так, а персональные там делать по или, танку, или паблик? Персональные, да, сначала сделать? Да, персональные. Делай персональные. Ой, 20 к 1, а на железке, конечно... А нам даже на один танк не хватит, чтобы ты понимал этого. Сколько танк? Не, хватит, там танки стоят. 100 танк... 100 танк стоит, да? Боже. 165 танк нормальный стоит танк. Самый... Ну да, это, по сути, боже, мы всего сделаем один танк такой крутой. Я там персоналку сколько делать, ну, персоналки за... Боже, чувак, оно будет перерабатываться, знаешь, сколько? Сколько? Оно будет... Делай 14... персональный. Чувак, да я запарюсь, оно будет перерабатывать. Знаешь, сейчас переработка на танк, боже, 30 минут. Чувак, 30 минут, только 1000 ресурсов. Да вы... Да мы хрен это сделаем. А-а-а, я не вижу, где перерабатывает там. Счетчик именно. Я вижу, что ты разгружаешь. Час, пока. Уже час, Вован. Только нам нужно 2 пищи танцев наморезов. Перерабатывай, пофиг. А нам нужно 160 на один танк крутой. 165. Я сейчас проверю, какие танки, стой, пацаны, сейчас скажу. Ну, скажи, какой. А, самый крутой, который я видел, вот есть... 145, 175 есть. 86 КА Бардич. 175 ресурсов. Чувак, да мы это 2 часа ждать надо, чтобы оно переработало. Че, делаем туда? А 2 дня будет храниться, кстати, да. Ну, типа, рес эти. Заказывай. На переработку. Че, выходит, все ресурсы выходят наличные, придется убить. Они, ну, вообще, я думал, танки дешевле стоят. Ну, то есть, типа, мы... Да, дело наличие. Чувак, но самый дорогой танк, который сейчас есть... Это все, вот Assault танк. Осадный танк, короче, Unlike 85 серия с Бардич Спорт. Что тут у него? Это даже не знаю, что посмотреть, характеристика. Вот, ну. Ой, блин, чувак, там пушка, конечно, охрененная. А что взять? Это не будет, танк, не понял. Реально. А, ну, свяжу его. Шо, ну, короче, 3 часа, я сделаю за 3 часа, сколько это выходит? 250 палок мы сделаем с тобой, если я правильно понял. Жесть, давай грузи. Это всего 250 палок одна машина, то есть, грубо говоря, если брать... Сколько Лёхи танк стоил, который ты делал вчера? А, Лёхи фигню, блин, а как пацан? Сколько? Куда пацанов там столько ресов было, кстати? Сейчас скажу, самый легкий танк, который мы делали вчера, это у нас идет. А, вот, он 165 стоил. Машину разблокируй. 165? Сейчас. Да. Боже, сколько мы ресов потратили на него. Только мы вчера танк убили, понимаешь? Давай. Ага. Так, я отъеду и запаркуюсь через дорогу вот там, чтобы не мешать никому, вот тут встану. Они тоже привезли. Не, они, походу, сальваж привезли. Да, Вован, 2 часа, короче, мы танк сегодня не сделаем. Это завтра уже. 2 дня хранятся ресурсы личные, поэтому надо будет забрать. По идее, ты понимаешь, если ты не заберешь их, то они станут общими. Ну, я так полагаю, надеюсь, они не исчезнут. То есть 2 часа, так, даже 3 часа на переработку. 165 стоил мелкий танк, да блин, чел, ты много ресов потратил на танк на самом деле. Ну, я что, не знал. Вил можно, но пушки дешевые, а артиллерия дешевая, 25, то есть типа стоит арта, там 40 арта, а БТРка 70, это полугусеничная техника, хатчер 135. А есть вообще, еще нет тяжелых танков, я что-то не вижу. Машина, которую мы взорвали, 25, но машина, ладно, легко делается. Но машину можем даже сегодня сделать, покататься с РПГ, которой мы катались. Ну да. Да, но нам все равно нет смысла 2 танка чувак делать, потому что мы 3 человека в танке.
Помнишь этот мотоцикл, который ехал 110? Да это бред, кто будет делать мотоцикл? Это с пулеметом мотоцикл очень дорогой. Скорпион 140. А, H10 Пелеки 145. На самом деле это дорогой танк сделал, выходит. Танк крепость 155. Знаешь, какая у него пушка 250 мм мортира. Но это походу по ТСАУ, по всей видимости. Это у какого? А, это осадный танк, сайдж-танк называется. А, я знаю, это понял. Типа 250 мм у него пушка, ты прикинь, там какой выстрел будет. Ну вот, спата он имеет 40 мм, ну такое себе. Тут все 40-миллиметровые танки, в основном, 68. Есть Бардич 175, который стоит. Ну, 68 это тоже довольно мощно. Ну вот так, Бардич, я думаю, Бардич надо взять. А мы, я понимаю, двое смотреть не можем, да, одновременно? А есть сколько техника? Переработалось, давай посмотрим. Там мало, там 3 часа писало, на переработку будет. Блях, это жесть. А, так, а я не могу смотреть, да, как ты смотришь, жесть. На самом деле, зря они сделали эти блокировки чертовы, когда один смотрит. Если тут будет 30 человек стоять, 40, они что, будут очередь ждать? 8 штук переработали. Всего. 2 часа 40 минут дает до полностью, чтобы переработать все. А ну возьми забрать. 8 штук, я 6 забрал, у меня 6 в инвентаре уже есть. Да. Так, я забрал 8, что дальше? У меня 6 есть. Ну, у нас есть 14, что мы можем построить на 14? Ничего, давай, там, хотя, блин, там можно бронемашину за 20 построить или что такое. Типа, за 20 копеек есть бронемашина, вроде бы водная амфибия. Не уверен, она водная, но вроде бы водная. Да, она водная амфибия. 20 копеек стоит, самая дешевая. Танкетка 60 стоит. А есть машины больше, чем то, а что вот мы возим? Ты видел, есть HC-7, 250 миллиметров пушка. HC-7? А, так я, да, про это и говорил. 250 миллиметров. Так я про это и говорил, да. Баллиста. Сайдж танк. Баллиста. Я про нее тебе и рассказывал. Я думал, что ты видел 100-150. Нет, 250. 250. Я не говорил 150. Ну, там короткая дула, кстати. Его можно, даже можно посмотреть. Вот, смотри, как он выглядит. Я очень заказываю. Вот, как он выглядит, смотри. Ну это потасало, видишь, она башня по идее не будет крутиться, мне кажется. Ну да, да, да. Ты прикинь, какой там выстрел будет, и там положишь кучу людей. Ну что будем заказывать тогда? Ну есть еще вот за 60 танкетка. А, за 10, давай есть машина за 10. Давай заказываем какую-то мелкую. За 10 машина есть, самая простая. Не, давай за 20, давай закажем этот UV-24 Икарус. Икарус? Да, вторая вот. За 10 там есть, вот посередине UV-24, вот предпоследняя. Предпоследняя? Значит, не вижу. А, это? С пулеметом типа хочешь? Да-да-да, с ленту поставим. А Одиссея без ничего. А знаешь, что сверху есть? Сверху есть за 40, короче, БТР-ка за 40 есть. С двумя пулеметами БТР-ка, кстати. За 40, то, мне кажется, БТР-ка получше. Сколько, 40 монет, сколько будет делать? Давай, Александр, давай посмотрим. Ну, у нас есть, у меня 8, сейчас посмотрим. Знаешь, на самом деле, знаешь, что я фигню сделал? Надо было половину тебе ресов дать, мы быстрее переработали вдвоем. Блин, а ты можешь отменить? Не знаю. Ну да, кстати. А я не уверен, ли я могу забрать. Надо было половину, чтобы ты перерабатывал, половину, чтобы я. Где машина, надо бы себе еще раз, короче, припарковать тут сделать. Ну, у меня 12 штук, а надо 40. А у тебя сколько, 6? 18. То есть, по факту, мы только можем сейчас... Ну, 6 это я забрал было. Черт. Кого-то. А, так ты чьи-то забрал? Ну, да. Блин. На самом деле, ребят, нужно было притащить две машины. Если бы две притащили, было бы хорошо. Ну, идеально надо было ресов, чтобы ты выгрузил половину я, и было бы норм. Мы тогда переработали бы в раза быстрее, считай. А мы бы уже получили нужное количество ресов. Но я думаю, что возьмем ту машину, БТР-ку. Главное ее не слить быстро. Она по виду колониальная бронированная машина. Быстрая, хорошо
короче, едет по, короче, скажем, хорошим дорогам, именно урбанизированным, или как там правильно перевести. Противопехотная техника оснащена двухствольным машинганом. Ну, короче, грубо говоря, с двух стволов можно фигачить, потом надо будет патроны зарядить. Но я думаю, это лучший вариант, чем машина. Смысл с машины, когда можем БТР-ку. Против пехоты сработаем, если только, конечно, нас не взорвут базуками. Говорят, канцел нажми и ресы. А куда они вернут? У меня там столько... Если я столько канцела нажму, пацаны, это 4000 ресов. Как я... Куда они мне загрузят 4000 ресов? Как думаешь, не, может нажимать? Эксплозив... Я эксплозив материал, наверное, отдам. Ребятам. А ну смотри, в рефайнере. Вот я выложил рефайнере эксплозив. У тебя есть рефайнере эксплозив или нет? Да, 19 штук. А, понятно. Их надо на склад положить как-то. Они все равно не нужны, пускай будут. Блин, как их выложить? Я выложу. Субмит. То же самое. Кнопка. Стокпайл. Я просто боюсь, что мои эти штучки вылезут. Блин, 15 штук все сделал. Ждем, ребята. Это я бы лучше бы амфибии сделал и к ним в крыску подобрался и взорвал их заводы. Но с одной стороны, да, на амфибии можно заводы взорвать. Может, амфибию-то я сделаю? Мы уже можем ее сделать. Давай амфибию. Давай, я тебе даю. Стой. Где так, там? 20. Ну, тут я. На, я выкину на землю, на, подбирай. На. Заказывай амфибию, строим. Так, амфибия. Ачерон. А вторая амфибия. Дело возят ресурсы. А вторая амфибия с машинганом, короче, 45 стоит. Вот наша машина будет. Я вижу, какой-то фантазий какой-то построили. Зато это плавающая машина, это амфибия, вон. Будем кататься на этом тазе. Сука, кусок говна построили. Нормальная машинка, ты че? Садись за руль, иди. Остальные, короче, раз потом заберем, да? Да, давай, заблокируй такую. А, это надо пацанов еще туда нагрузить, знаешь, поедем с пацанами. Ну кому нужна война, да? Будем петь. Боже, надо так едет. А бензин есть там? Может, бензин нужно заправить? Давай, тут бензовозки должны были быть. А я не вижу. Тут бензовозки должны были быть. Мы без бензинов едем. А ты машину заблочил нашу? Тут топлива нет, мы не уедем без топлива. А вот бензовозка. Я выйду. Я взял один бак, можешь тоже взять. Ну, типа, одну баклажку. А ты проверь, ты можешь туда залоченные машины заливать или нет? Брат, мосты подорвите, не, мы не, так попытаемся сделать. На самом деле, танки я даже не уверен, или... Так, а вот не можешь? Давай разблокируем. Заливай. Сейчас. А там ты знаешь, сколько он по весу? 150 литров можно. А пишет, как ты заливаешь. Подожди, блин. Тройку нажми. Тройка сейчас. Я. Ну, может, мы тачку не угнали. Так, я туда basic material выложу, хотя можно на починку оставить. На 150 залито. Залито на 150. Ну что, поехали? Поехали, поплыли по воде. А, нет, стоп, а ТНТ-хи где мы сделаем? ТНТ-хи, нам нужно ближе к полигону заберем, там уже есть они на базах. Давай. Ну, короче, базик материалы а поделились. Уверен, что можно взрывать? Там есть специальные такие закладочные динамиты, которые взрываются. Посмотрим. Почитаем, там пишут против этого. Это со скоростью. Едь прямо, все, через мост, прямо. Едешь прямо и... Знаешь, в чем проблема, Аван? Нам придется, наверное, через бензин мост. Еще загрузить в машину. В эту хрень надо будет бензина еще эти взрывчатки в нее нагрузить. Ну, когда ближе подъедем уже к боевым зонам,
мы это сделаем. Это ряд как раз будет вылазка пока. Ну, что все равно мы не сможем танк сделать. Точнее, сегодня сможем, но это 2 часа ждать. Поэтому... Да, она, конечно, медленная, эта машинка. Чак, она тарантайка, на самом деле. А прикинь, что не поведет плыть, а там линкор какой-то будет. Так, давай в воду. А ну, спускайся в воду. Спускайся в воду, поплывем. Как быстрее будет? Прямо направо, поворачивай. Да попроверим. Мы не разобьемся так через скалы? Пробуй, проверим. О, совсем другое дело. О, скорость намного лучше. И плыви по речке просто, да. Скорость гораздо лучше. Совсем другое дело, давай. А, блин, нужно было пулемет сделать. Знаешь, для чего, если врагов бы увидели, расстреляли бы лодку пулеметом. Это было бы круто. 45 стоит с пулеметом. Это корабль чей-то? Мне кажется, добровольцы нам нужны. Нужны добровольцы, чтобы ехать с нами. А чё сверху такая фигня, типа, видишь, люки открываются, это что-то странные люки. Хрен его знает. У тебя оружие есть? Я возьму оружие. Да, у меня есть. У меня есть, я взял руки в оружие, потому что мы сейчас едем. На самом деле мы должны были заехать на базу взрывчатки набрать, потому что мы сейчас с врагом не должны еще плыть. Мы взрывчатку должны набрать. Нет, так мы сейчас на базу сразу выгрузимся прямо под базу, чтобы не ехать по дорогам. Ну, ты говори, куда плыть, потому что я пока не смотрел на карту. Вот так и плыви. Плыви, плыви, плыви. По реке, просто ты плывешь. Держись берега. Ну, такие машины дешево делаются. Море. Знаешь, я думал, танки проще делаются. Я думал, мы привезем машину, там 5 танков сделаем, ага. То, что мы привезли, там хватит на 2 танка всего. То есть, типа, если топовых, то 1,5 танка, если как бы средних, то 2 танка, то что мы привезли, это мало довольно. Танки дороговастые. Не туда поплыл, не туда плывешь, налево, левее. Что, край карты, что ли, нельзя выплыть тут? Да-да-да, это уже вообще край карты. Я вижу, даже яшка не подсветилась. Ну, выравнивать, не так, не так, немножко правее выровняй. Открой раз карту, посмотри сам. Да, я вижу. Надо плыть аж наверх к порту. Вот так и плыви, вверх. Ой, я не газую когда. А прикинь, мы заглохнем в воде, что будем делать? Ладно, у нас еще бак полный. Было прикольно заглохнуть, такие стоим и нечего делать. А, бинокль у тебя будет еще взять, Иван, да, вот, пацаны, напоминаю. Да, бинокль, согласен. Без бинокля мы не сможем просто нормально зоны разведать. Никак. Завтра, по сути, у нас будет танк, Иван. Один танк на... Можно, конечно, не танк сделать, можно что-то поменьше брать в машинке, чтобы не расходовать то, что мы добыли. Нет, а танки делаем, чё. А ещё прикольно, что очень тихая машина. Она очень тихая, слышишь? Шума почти нет, то есть, типа, это амфибия очень хороша для высадок. То есть, лодки очень гудят жестко. Боже, куда тут корабль огромный. Сколько он стоит? Думаю, наверное, 300-400 реса. Не знаю. Хотя, может, базик материал. Немножко правее поворачиваю. Вот так, плыви вот там ровно. Вот так, все, так и плыви. Вот так сейчас ты выровнялся, так О. и плыви вверх. На карту перейти. Прошу, дымовые завесы есть? Ой, дымовые завесы нет, пацаны. Да, есть дым. Есть дым. Ну, как бы в игре, в общем, есть, у нас нету. А ты заметил, тут есть такая тема, что, я так понимаю, сектор будет перегружен игроками, ты не сможешь выйти в этот сектор, если там будет много людей. А, поэтому ты когда вот переходишь с одного сектора в другой, с тобой оставляют право там на приоритетный вход там, на 15 минут. То есть ты можешь вернуться в течение 15 минут в сектор обратно. Ты можешь ставки сделать, как быстро прошляпят танк.
Да танк ты нормально не сохранишь. Знаешь, чтобы танк хорошо сохранить, надо на поле боя просто выстрелил раз и отъезжать сразу. То есть очень тяжело танк сохранить. Ну, в том плане, вы должны не воевать, а просто делать вид, что воюете. Ну, мы по факту почти приплыли, чувак, куда нам надо. Сейчас загружаемся ресурсами и едем на... Да, надо заправить машину, взять какие-то динамиты в кузов там накидать. Было прикольно, если можно было динамиты взрывать с собой. То есть, типа, едешь, забил машину динамитами, видишь, тебя взрывают, и взрываешься, как суицидник. Машина со взрывчаткой. Хотя у нас такая скорость, что мы, блин, никого не убьем. Она слишком медленно она катается по суше. По воде она неплохо плывет, а вот по суше она не ахти. Ночью хорошо, конечно, высадки еще проводить. То, что мы не очень громкие. И это хорошо. Так, блин, далеко мы уже? Мы подплыли уже, все. Сейчас ищи, вот выезд есть. Выезжай на поверхность. Здесь только тоже... закрытие не забудь. Я сразу L нажму. Говорит, даже по песку видно, кто ехал. Танк, блин, какой-то гребаный. Ага. Я понятно, что с воды, так это БТР, так, конечно. Ищи, где ресурсы. А вот сюда можешь подъезжать. Да, подъезжай, вот тут прям бункер. Вот это вот, с правой стороны это бункер. А вот еще такая же амфибия вон стоит, смотри. Ага, кстати. Так она с пулеметом или без? Не, без. Не, с пулеметом, видишь, у меня пулемет сверху. Нет, пулеметом. Да, это подороже. У нас за 20, а то 45. Амфибия. Так, нам нужен бензитка, бензин, направо. Короче. Динамит. Направо, направо. Тут полностью мы не направо. Так, по дороге, может, уйдем? Я не понял, тогда едь туда. В смысле, ну, что давай, тут рядом просто этот склад был. Упс. Ну, я специально разломил, это проще. А вот, давай посмотрим, это база. Да, база, стой, остановись здесь. Я выйду. Просто я на дороге не хотел оставлять машину. Так, я заблочил тачку. Так, ТНТ-хи нужны. Вау. Дуже стрельба, слушай, какая. Так, радио есть. Починку оставлять? Плазма. Блин, у меня, конечно, refined material, что его выкидывать. Что с refined material делать? Надо было на базе то и оставить. Черт, у меня один refined. Я его отдам, короче, ребятам. Кто хочет. Ну, я не вижу ДМТНТ, я вижу только мины. Нет, смотри. АТ, противотанковые мины. Называются взрывчатки. Здесь нету, походу. Тут нету. Ты заблокировал нашу фигню? Да, конечно. А ну, дай разблокирую, сядь на нее, разблокирую, я заправлю ее. Да, заправляю. Так, разблочу. Блин, нам надо топливо еще. Посмотри, со слотов в машине хотя бы есть. Я не знаю, сколько слотов там. Да. Есть хотя бы слоты. А ну сейчас, стой. Я вообще не вижу ни одного слота, кстати. Аж... 6 слотов есть. Нормально, закидаем туда. Ты залил топливом, что не залил? Закрывай. Но это все, что я залил, топлива больше нет. Топлива здесь нет? Искать. Нам нужна другая база. Ой, так человек, на поле боя еще так далеко ехать. Ты знаешь, где мы находимся? Мы в жопе мира. Не, уже недалеко на поле боя. Я уже даже придумал, какие мосты будем минировать. Смотри, вот открой карту, я сейчас объясню, какой мост будем минировать. А, видишь? А, сейчас, секунду. Короче... Помнишь тот мост, за который мы воевали? Мы по краю оплывем, там, правда, какие-то мины вон сбоку нарисованы. Нет, там очень много техники. Там с правой стороны очень много техники, там, по идее, война, мы не сможем. Нам придется плыть, если это вероятнее всего. Мне кажется, что надо выходить через острова в центр, видишь, там как небольшое, такое, ну, скажем, зона, и там еще порты, то есть, типа, высадиться, ну, придется, короче, с левой стороны обходить, ближе к центру карты, то есть, мы справа не пройдем, там столько техники нашей, там по-любасу война, там нас будет флот встречать. Если будем плыть, нам придется... Ну, дело в том, что смотри, что я хотел. Я хотел просто проплыть вдоль The Chris Fort, видишь? А как сделать, чтобы захватить эту штуку, The Fleece Road, вот этот остров, The Fleece Road, который называется, mm-hmm. Так понимаю, да, это остров. Я хотел The Chris Fort взорвать мост один там, ну и до второго, это по который переходит на соседнюю вот область, на Анчор, или как ему? Анчор Бич.
Ну, смотри, короче, видишь, у них есть, там мостик есть, видишь? Observation Tower. Нельзя на Observation Tower. Ну, короче, Observation Tower лучше объезжать стороной, если это видишь. Они нас спалят. Да, я понимаю, но прикол в том, что тот Observation Tower за Крис Форд нас не достанет, если мы с этой стороны попробуем проплыть. Там, там мы не проплывем. Ты видишь, как там техники наши стоит, там бред. Там огромное количество техники. Проверим, то не техника, то может быть буйки. То может быть буйки, может быть мины. Проверим. Интеллигенс, то не те, посмотри, нажми, там все обозначается, что это. Там просто пишут у меня starting territory friendly, зеленый, а красный. Вайфикл, просто... треугольники, там техника именно. Вайфикл, короче. А, так, что ты тут делал? Машина залочена, да? Да, залочена. Нам нужно сейчас... Что, поехали-то ресурсы там, в другом месте потом собираем или как? А мы что, мост перешли? Чувак, а мы мост перешли, кстати, обрати внимание. Ну, по территории показываю, да. Короче, ну, смотри. Поехали, ладно, садимся. А, садись. Топливо надо только где-то достать. Есть. Так, веди нас только, куда ехать. А я хрен, я не знаю, куда мы едем, а куда мы едем. Ну, наверх нам нужно сейчас плыть будет откуда-то. То есть нам на воды, за ресурсами пока надо ближе. Когда ближе к фронту, больше ресурсов в зданиях. Нам нужно с собой взять бензин и взрывчатки. Здесь взрывчатки нету, без взрывчатки нету смысла ехать. Нам нужны палки специальные, такие взрывные, типа трубы. Их устанавливаешь и убегаешь. И плюс надо канистр с бензином взять на запас, чтобы уехать. Я, конечно, не знаю, насколько мы бронированы, и сколько нам попаданий мы можем выдержать с тобой. Че, идем ближе к центру тогда? Да, блин, ты хочешь, идем. Ты, хочешь с правой стороны атаковать? Да, я просто не вижу, что в центре взрывать. А куда в центре? Что мы взрывать будем? Там просто... Я не про взрывы, там проще проехать просто. Там я сразу говорю, выйдем направо, но у нас там разжахают корабли, либо что еще. Ты видел, сколько там нашей техники стоит? Ты думаешь, она просто так там стоит? Ну хорошо, а если мы спустимся, вот съедем, короче, около нашей базы, съедем там воды, под нашим берегом поплывем. Не через те корабли, а просто между ними попробуем пролететь. Ну, на самом деле, проще можно сделать как? Мы технику подведем, заблочим ее, сядем на лодку, проверим на лодке, что происходит. Просто, как бы, разведку проведем. А потом, если там будет чисто, не будет охраны, можем уже отправляться на этой теме. Главное, чтобы стрим-снайперов только не было. Кто играет в эту игру, то кто видит такой, о, сладкие булочки к нам пожаловали. Встречаем их базуками. Я правильно еду, да? Да. Нам дали совет стримера посчитать советы Казума Сато. Самое главное по карте проверьте, где лучше проскользнуть. Ну это очевидно. Ну, как бы что. Ясно, теперь что будем проверять. Техника, конечно, дешевая, это по факту не жалко, но просто ее доставлять долго. Это больше времени занимает. Знаете, не ее создание, уже... наверное, доставка. Чувак, больше. Я уже кучу мин взял. Я минировать сейчас буду дороги. Ну, Казума Сато то же самое. Говорил то, что потому про лодку. Я читал, что Казума писал про лодку. Так. Мины возьмите, можно будет дороги заминировать. Но мы возьмем. Понятие, у нас боезапас. Я набрал мин. У нас был, будь у нас бы отряд еще пехоты, ребят, мы могли посадить их бы в кузов, там еще бы слотов дофига было, благодаря пацанам. Там еще же место 4, как минимум, может даже 6 есть. Для солдата, может даже 8. То есть мы могли солдат засунуть бы сзади, они бы там набрали бы мины, взрывчатки, и целый отряд бы высадился. Нам, конечно, лучше отрядом высаживаться. А давай проверим здесь, что есть. О, вот мы вот такую хотели сделать, видишь БТР-ку? Видишь БТР-ку такую? А что сейчас... ты сюда заехал? Я хочу ее вещи тут взять, я сейчас выйду, я машина заблочена. Нам плюс бензин еще надо подлить. Так, что у нас здесь есть? 40-миллиметровый бинокль я возьму один. Бенза нет. Бенза, взрывчаток, ничего. А маски нужно еще, газмаски, наверное, взять. Возьмем еще газмаски или не будем брать? Да, я тоже, да, бери, газмаски нужны. Так, я пистолет, наверное, выложу, пистолет тут не поможет никак. Газмаску одну возьмем.
Ну, мамоны, видишь, пишут, что они хорошо против техники зданий. Можно мамонами, конечно, запастись. Нам придется гренадеров брать, как мы должны одеться, как гренадеры с этим мины брать. Будем одеваться в гренадеров? Потом, короче, одно, ближе, когда. Я не знаю, ли есть смысл. Гренадеры носят по две, они им вес меньше. У них, короче, две гранаты, как одна весит. Да. Понимаешь? Садись. Давай, открывается. Короче, у них, грубо говоря, надо. Да, так у нас вообще. Сейчас доедем ближе, мы просто далеко еще от войны. Надо, правда, с правой стороны будем, значит, обходить. Ну давай справа проверим сейчас. Сначала подъезжаем, заправляем машину, оставляем сзади. О, секунду, ты что, уже вражеские территории рядом? Не, это наша, едь вперед. Не, я говорю, рядом уже, мы уже доехали почти. Да, я же тебе говорю, тут сейчас близко. Ну и боезапас еще не взяли. Там ближе к мосту должны быть ресурсы, придется к мосту ехать. Опа. Это проезжается, оно. Танк, короче, игнорит его. Танк и техника. Тут уже можно тут забрать. Тут можно проверить, забрать. Ну давай, да. О, бензовозка, кстати. Да. Так. Я выйти не могу, блокит. Сейчас. Бери ты. Да бери. Да я сам подойду. Я встал, я не могу подойти к машине. Надо еще эту канистру взять с собой. Так, одна канистра есть. Я взял, сейчас заправлю нашу машинку. И, наверное, одну придется еще залить. Я не могу взаимодействовать с ней, с этой машиной. Но... О, могу. Тоже одну возьму. Ну все, я залил. Я верну им. Я просто не таскал. Ой. Верни обратно, и это верни. А ну открой машину. Давай, кидай. Сейчас тут я не могу, блин, открыть. Бляха, что за фигня? О, открыл. А, все, я готов. Хорошо. Это фильтр с маслом. Тут нету профессии агент, что так, я блочу машину. Идем, я еще проверю там базу. Нам лут нужно искать. Мы уже почти подъехали, а лута нету. Машина заблочена. Технику все блочат, видите, техника тоже. Никто, короче, технику никто не хочет отдавать. Так, тут что у нас есть? Тут что-то. О, тут пожирнее он. Тут есть скауты. Инженеры есть. Oil Code. Не знаю, кто это. Wreckage. Непонятно, что это. Блин, радио, газмаски. Молота. Только добывать. Так, лопаты, радио, бэкпак, листенинг 30 мм, лаунчер, базуки. Ну, по сути, можем, знаешь, что брать? Можем, конечно, мамоны. От мамонов что нету? Тут даже мамонов нету, бляха. Ладно, еще едем дальше искать. А я еще на близости. Плохо. О, есть следующее. На следующую там есть дофига ресурсов. Погнали. На следующую базу. Тяжело. Надо было мины раньше забрать. Там было дофига мин. Я что-то сделал только 3. Да, и мамоны мог тоже я забрать, на самом деле. Так, я разблокирую, садись. Поехали. А слева или справа? Там тут две точки. Слева одна, справа. Нет, прямо, вот прямо сейчас будет. Да, вот это и есть она, которая много. Следующей там нет ни черта. Так, диверсионные. Диверсанты в деле. Так, бункер база. О, есть гренадеры. Можно от гренадера. Танкисты есть. Ну, давай возьмем. Ладно, гренадеры сделаю, одного переодену. Я тоже гренадер это возьму. Прикинь, здесь даже рефайнет материал 20 штук есть. Это привез. И поленился. Но и мины есть, я беру мины. Я мины делаю. Так, выкладываем это. А, тут наша как проблема. Мы взорвем, чувак? Рожки не собираются у этих. Блин, рожки придется. Они не стакаются, рожки у этого бойца. Это плохо. Так, у меня заряжен автомат. Да, один за... я всего один рожок беру про запас. Мины посмотрим. Смотри, можно эксплозив. Хотя танковые можно поставить. А смотри, какие там мины есть разные. Допустим, давай. Опять какой-то небольшой выбор.
Ну, мамоны. Может, мамоны и наберем. Не знаю, они, конечно, пишут, что они хорошо разработаны для уничтожения зданий и техники. Боже, что за наркоманы едут? Так-так таранятся. Протянковые грены есть. Я один рожок только взял. Какой рожок? А, ты взял мамонов набрал в итоге, да? Не, не мамонов, я взял противотанковые. Я заложу просто их на... На поле. Надо, чтобы ты машину открыл. Сейчас, я мамонов набираю. Есть смысл брать на починку техники, ресурсы, или это бессмысленно, потому что... Я выложу, они весят много, а по сути мы технику не факт, что починим. Я мамонов сейчас накидаю, хотя, блин, не уверен, что мы много мамонов накидать сможем. А, сейчас будет еще разведку провести. Так, я взял пока 6 мамонов, вот этого, конечно, очень мало, если честно. Так, а может, просто тачки не угнали. Ладно, я открою, когда скажешь. Блин, чувак, мамоны очень плохо, они один слот занимают. Открыть технику? Так, ну давай. Да, открой. Секунду, а может как-то можно для склада открыть? Асин ту склад. Открой, можешь сесть в технику. Алло, склад. Блин, ты можешь, а ну нажми. Сейчас машину сесть, что сделать с ней. Нет, локет. Короче, надо 3 человека в складе, чтобы мы могли открывать. Тут сделали механику со складами. Ладно, ставь. Тут сделали механику со складами, но 3 человека. Типа, надо. Мамонов-то мало, мы все мамоны сейчас утащим тогда, ну ладно. Я все, я мин парочку беру, поехали. Ну, смотри, ты взял гренадера, ты поехали, просто бери гранат, они меньше весят именно. Ты взял против танков? Плов, ты противотанковые грены. Противотанковые грены не работают против структур, они неэффективны, пишут, чтоб ты знал. Так я знаю, я просто заложу на дороге эти мины, чтобы танки, которые будут ехать, взрывались, понимаешь? А ты взял наземные мины? Да, наземные, я их закопаю прямо перед мостами. Они 48... Если мосты мы... Они 48 дней игровых всего лежат, если они потом исчезают. Так, я разблокирую. Поехали. Блин, я перегружен. Стоит ли с перегруженным идти с мамонами или нет? Да я не знаю, но у нас нет места, куда это все выложить. Да идем, ладно, ты не сесть, походу, не сможешь танк. Перегружен. А, не, нельзя. Черт. Нельзя перегруженным. И что выгрузить? Выгрузи мамоны назад. Ладно. Ты грена нам набрал, надеюсь, потому что у тебя все-таки класс под грены. Не, я только противотанковые взял, я грен не брал. Блин, ладно. У меня всего 5 мамонов и 3 мамона в технике. Так, сейчас тебе открою доступ. Ну, у меня 4 противотанковые на руках. Садись. Ну, блин, мы это ничего не сделали. У меня еще 2 рожка, я взял 2, чувак, я взял 2 рожка для того, чтобы... А, хотя, стой, а ну остановись. Перезарядись. Просто один перезаряди. Подожди. Нафига я, блин, херней страдаю, а ну стой. Я взял класс гренадера, грены не брал, но у меня из-за рожки расформировали. Сейчас ну я да, это как бы бессмысленно. Если ты грены не брал, смысла нету. Я-то взял мамоны, поэтому я гренадера взял. Сейчас. Насчет сундуков на машину не знаем, ребят. Я не знаю, как даже где сундуки эти взять. На самом деле мало места, нам нужно больше пехоты. Видите, бы это решилось бы проще, если бы, допустим, я взял 5 мамонов, там еще 4 человека в кузове взяли мамоны, мы там бы там так подорвали им. Хотя есть вариант, типа машина будет ехать, допустим, обычно транспортник и взрывать его, и забирать оттуда ресурсы. Подожди, а ты уверен, что мы мамонами сможем мост взорвать? Не знаю, мамоны не такие это сильные. Это не артиллерия случайно взрывает? Не знаю, мамоны дэмэдж наносят, но сколько, понятия не имею. Мамоны не такие сильные грены. Я тестировал их вчера, они не очень эффективны, у нас другого блин. Нету. Да. Твою мать. Перегруз. Одна бомба лишняя. У меня 101 перегруз процент. Я взял еще 2 мамона, у меня 96% было. И я еще докинул что-то одно, или рожок, или что. Сейчас говорят, я уже что я лучше поискал самоподрывную трубу. Нету самоподрывную. Давайте следующую сейчас точку проверим. Если это будут самоподрывные трубы, я возьму их. Потому что мне кажется, они реально эффективнее. А ну, сейчас они перегружен, должен сесть. Можешь сесть, она проверит? Давай. Так, ладно, будет. Понятно. Давай, я проверял.
Сейчас направо проедем, там еще два завода. Трубы, конечно, в идеале хорошие, самые подрывные эти брать трубы, но... А мы бензин взяли? Мы бак бензина взяли с собой или нет? Да, одна канистра в машине была, я закинул. Окей, это хорошо. Или сразу на воду едем? А куда ты едешь? Едем через воду, а куда ты едешь? Я просто не понял. А, давай я выйду сейчас, секундочку. Там ничего нету, в той базе ничего нет. Ты смотрел? Посмотри, ну, просто наведись. Так, наведись на нее, там ни хрена нету. Там ладно, ничего поехали. Забирать. Что, на воду едем-то? А да, разведка... да, давай. А... О! А, мы взорвались или что это? Или... Я не знаю, что это было. Сейчас... Это может артиллерия с той стороны с... Да нет, ты разрушил забор просто. Только я не понял, он заминирован был? Ну, не ДРП. Сейчас, секунду, я посмотрю сейчас. Давай лучше проверим. Я посмотрю биноклем, что там происходит. На другой стороне. Так это ты разрушил. Это звук был, что-то того, едет. Что ты вот тут секунда. Разрушил, видишь? Что-то едет там у них. Ну ладно. Там пока ничего не видно. Я бинокль для этого и взял. Че, поехали тогда? Опять туда? Ну поехали, но мы разрушим сейчас баррикады эти. Блин. Нам походу будет больше... Ну давай, едем, ладно. Я просто не понял, там мины были или что-то? Вот видишь, ты задом разрушил, тут смотри. Да бляха! Че они взрываются? Это мины, вот ты рушишь забор. Потому что там мины, скорее всего, пацанами заложены. Он что, дэмэдж не наносит с фэндлифайер? Чак, мы даже разведку не сделали. Ладно, лодок нет на разведку, ребят, мы рискуем. Мы рискуем, сейчас заруиним. Еще будем смываться, она быстрая. Смоемся, если что. От лодки? Ну хотя лодки не умеет. Держись. Правее, держись правой стороны. Правее? Ты думаешь, там лучше будет? Да, не-не, левее сильно не иди, потому что там корабли могут быть. Вправо уходить. Влево, точнее, влево сейчас. Влево. Влево уходи. Давай, влево. Все, влево, выравнивай сильно влево, потому что ты сейчас упрешься в край карты. Ой, иди блин. Вверх. Вот так, все, вот так иди. На, дальше, вглубь заплывать. Потом еще подравняемся чуть. Я думаю, ты сейчас какие-то сторожевые корабли сейчас будут. Вероятнее всего. Главное, корабль сторожевой какой-то не встретить. Блин, плохо, что мы свои же мины, блин, покоцали там. Ну, я вообще не знал, что такое, я первый раз в жизни это видел. Будем знать, что это бочки взрываются. А пацаны это сделали против врага, а тут мы такие. Они все равно бы, они бы разбомбили этими выстрелами, я думаю. Я так понимаю, что нет такой механики, что они, типа, эти бочки взрывы скрыты. Они все видны, то есть, типа, маловероятно, что так, кто-то подорвется. Едем к мосту сейчас сразу, все, мы почти реализуем сейчас наши задумания. Начинаю, ну так все, мы на территории врага, да, я так понимаю? Да, это вражеская территория уже. Так, начинается, пацаны. Это не Ева? Плывем. Сейчас такой игровой на линкор, знаешь, стоит Ямато у нас целится. Немножко вправо уходи, вправо, чтобы слышно не было. Ну мы тихие сами по себе. Блин, проблема вся в том, что нам надо под мост залезть так, чтобы нас не заметили. Нам надо выгрузиться и разгрузиться. Ну, скажешь, куда... Ездят... куда высаживаться. Еще правее брать. Блин, у них тут столько всякого добра. Не, уже левее можешь выравнивать. Там я не думаю, что на краях кто-то будет сидеть. Это очень странно. Проблема, блин, что у меня всего деле, два рожка. Нам охрана нужна. У меня это тоже два рожка. Проблема в том, что нам люди нужны. Мы вдвоем, блин, с тобой сейчас хрен что-то сделаем. Нас сейчас потопят просто. Два твоих рожка с двумя рожками, короче. Кашка, поворачивай налево. Вправо уходи. Ой, влево, точнее, влево, не вправо, влево. Че, день пришел? Давай еще левее. Значит, нам ночью надо было поворачивать, еще лучше. Блин, а может быть, давай по одному выгружаться? Слушай, давай так, ты меня выгрузишь, сам отплывешь. А что, это не маяк случайно стоит? Это не маяк, Иван? Не-не, давай. Нет. Ну тут ничего не показывает, во всяком случае. Давай, левее, еще левее, поворачивай налево.
На 30 градусов, на 40 даже. Думаешь, что-то не будет уже экрана большой? Левее, левее. Не знаю, левее. Поверни лево. Хочешь, это я... Еще левее, бы ты уже проплывать. Я думал, на остров пойдем. Ну вот мост. The Chris Ford. А, ты хочешь мост подорвать? Мы подорвем. А, я думал, что здание будем. Ладно, мост так мост. Я просто я не уверен, ты хочешь здание? Ну давай здание. Ну то Observation Tower. Я не знаю, Observation Tower не работает у них. Но она не работает у них. Чувак, они сейчас спалят, если там Observation Tower. Ну так давай левее тогда. Ты куда идешь? Так она уже давно спалила нас. Мы уже в зоне засвета. Не знаю. Observation. Ох, Вован. Observation Tower — это хорошая новость. Высади меня у берега. А сам, если что, стой тут. Я пойду заминирую. Давай, я вылазю. Давай, вылазь. Если меня убьют, я вылажу. Так, тихо. Сейчас, секунду, мне надо автомат взять в руки. И противотанковую мину сейчас. Так. Ну ты едешь, заглушись, заедет. Если можешь. Заедет. О! Это баржа врага, Вован! Они нас сообщат! Это баржа врага проплыла. Транспортная. А, меня ранили! Пока, Вован. Бежишь ко мне? Меня убили, чувак. Меня убили, все. Как там в доте? Там мост... Мы не заминируем мост. Там сидит чувак в доте. Охраняет. Он прям под мостом. Я не смог. Ты рассказываешь, что я поехал обратно? Да. Блин, тут это капец. Тут еще и такой говняный остров. Я не оплыву. Я оплываю. Нас спалили еще. Как плюс они знали? Я так и не понял. Откуда он знал? Почему он сидел в доте, который хрен знает где? Что за бред? Ну, походу, какие-то отбитые. Он сидит на работе где-то там охранником. И при этом на работе за компом сидит еще и охраняет... Что за бред? Как охранника... Мост. Надо дальше плыть, чувак. Мы слишком мало проплыли. Это не годится. Так, я лучше подальше, чтобы меня не взорвали с базу. Ладно, сейчас рассесть, если он где-то там. Сейчас я подъеду, заберу. Надо заправиться будет, только еще бензина взять. А ты хотя бы успел что-то кинуть там, взорвать? Да я мину начал закладывать, а меня с дотика просто дым разбили. Надо глубже, надо глубже ехать. Давай заднюю инфраструктуру сзади повредим. Мы слишком неглубоко уехали. Так, ну конечно, вглубь это бензина придется больше. Я почти половину бензина выждрал. Капец. Я тебе говорю, что мы очень близко ехали, там нам люди будут. Ты сам видел, когда мы около фронта воевали, да там куча людей. Да не в этом прикол, чувак, да не сидит ни один чувак в доте, блин, в заднем... Вот то же самое, что у нас, да, блин, на мосте сидел чувак в доте. Нас ждали, походу. Но он сидел, он походу нас ждал, блин, спецом. Ну не может такого быть, но сидит чувак в доте, блин. Письку там теребонит себе. Что можно делать? Никого ж там нету, блин. Че там сидеть? Как никого? Он сидит с пушкой, блин, в доте, с автоматом, блин, и ждет меня, знаешь? Ты слышал, началась стрельба, то автомат или что? Я не слышал, я стрельбу не слышал. Я далеко был. Пипец. Секунда, я накрою карту. Говноящер. Хоть увидел, что вдвоем не пошли. Технику просто жалко слить, то что там потерял автомат, пару мин, это не страшно. А плывешь что ли сбоку? Что за звуки? Надеюсь, там катер за мной уже не выехал. Сейчас я иду. Я пока переплываю. А, сейчас бензин еще будет взять. Димон притягивает танковые снаряды, а Вова ждунов. Да, это вчера какая-то жесть. Я, блин, три раза подряд сдох от танкового снаряда. Танк, как бы ты не знаю, аимил меня. Я не думаю, сейчас что-то будет ужасно, она подальше от берега, если чтобы меня не опали там с пушек. А так все нормально. Можешь, конечно, следующий, как бы попытаться ты остаться в машине, я пойду взрывать. Ой, блин, я раснулся, конечно, в такой жопе, чувак. Я очень далеко раснулся, в соседнем регионе. Блях, я сейчас буду выезжать с того места, где я... Да ты можешь попробовать сам вылазку сделать, потеряем катер, так не хрен. Да я думаю, может оставим вот, да, сейчас залочим, оставим, уже завтра пытаемся еще по вылазке поделать, там танки потом сделаем.
Да его взрывы ты снимешь. Что звук? Надо где-то спрятать именно. Подальше вглубь ведем его, конечно. Ты как будто... Что за звуки странные? Звуки очень странные. Так, ищем теперь, где высадиться можно на берегу. Да, это, конечно... Бляха, странно. Тут я, походу, не так, надо было правее брать. Главное не заглохнуть на воде. Знаешь, у них очень много observation товеров, они молодцы. Они строят огромное количество observation товеров. Специально против таких, как мы. Ну это да. Но эта observation tower не работала. Она, которая работает, она белым подсвечивает зону. А ты уверен? Ну, насколько я там понимаю, может, да. Через рацию. Работает, там просто через рацию, может, полили, что она работает. Там есть еще такие, как бы, ну, рации ставишь, так понимаешь, они там палят. Как высадиться? Где мы вообще-то высаживались? Что-то не понял. Что-то запутался. Блин, точно не тут. Ладно, сейчас я заглохну в воде, если так пойдет. И что высадиться не могу найти точку. Тут пляж найти не могу, где-то тут высаживались, мы около второй базы, я помню. По идее, я не доехал до него. Димон, значит, плохо... я закладываю мины им на зоне. Да? Я у них уже на территорию закладываю. А как ты так и дошел? Я техника, тогда лучше и пойду к тебе пешком, может, помогу еще. Взрываем. За мной танк едет! Вот эта зона. Вражеский. Тут лодка есть. Да, они меня нашли. А что за корабль приплыл сюда? Не вражеский? А, это... Я понял. Это я ломаю, блин, я дурак. То есть это взрывается, просто мы ломаем ее. Нашей хреновиной. Понятно. Тут какие-то высаживались пацаны, ну не знаю, это враги или нет. Это как определить, корабль вражеский или нет. Техника. Ну, оставь тогда технику здесь, если что. Не, я на берегу не буду оставлять это. Опа. Тут еще война рядом, я сейчас ее уведу. Я вглубь ее уведу, это поставлю там где-то вглубь, где-то около третьей базы. Там, где враги, я думаю, за день не дойдут, чтобы завтра хотя бы у нас был про запас техника это. Сейчас это отвезем, ряд ее заправим, и все нормально будет. И что там, заминировал много или тебя танк убил? Этот танк за мной ехал, собак. Я не понимаю, у них, может, там решит тауру не сработал. Ну, ладно, преследует стрим-снайферы. Понимаешь? Я прыгнул в воду, короче. Не, ну он откуда знал, что где я именно нахожусь? Стрим-снайферы. Я прыгнул в воду, а он до горы поехал, начал искать меня. Я утонул, потому что... Короче, я здесь, смотри, технику здесь оставляю. Ребят, запоминайте, техника около завода, грубо говоря, третьего. Я думаю, что на самом деле проблем не должно быть здесь. Я смогу в нее залезть? Да, могу. А чуть-чуть сделаем так, чтобы было проще. Я все ломаю. Так, техника залочена, давайте я заправлю ее. Блин, придется с другой стороны обходить. Так. Так, топлива у меня нету. Сейчас я притащу топливо. Хотя, блин. Да, притащу топливо. Мы с базы и пойдемте, сейчас, может, повоюем с мамонами. Короче, не вышла диверсия. Можно было, конечно, идти на мужика до последнего, но учитывая, что там какой-то мужик сидел в бункере, мы как с бункера его выкурим? Да никак, по сути. Поэтому не вижу большого смысла там сильно потеть. Блин, все такое обстрелянное, это просто капец. Так, это выше. Я был вперед бежать, а не назад. Самое интересное, что мини-карта работает только на этом. На техники, когда едешь. Ты когда попрыгиваешь с техники, мини-карты нет. Это, блин, немного дезориентирует. Я так привык сегодня на технике кататься. Тут пацаны грамотно так все заминировали, я тебе скажу. Прикольно, дотов наставили. О, тут какой-то Виго, сержант Виго бежит. Понятно, я, конечно, далеко. Ладно, я технику оставляю, там заправка есть, еще заправим. Пошли, ряд, на войну тогда. Все,
Там потом заправим технику, я думаю, завтра уже. Ты шел через мост, так понимаю, да? Или ты как добирался? Не, я реснулся в другой зоне. Я реснулся в зоне соседней, которую мы с самого начала начали. Понимаешь? Я проверю, что на мосту что происходит. Там есть хотя бы сопротивление? Учитывая, что тебя какой-то мужик с бункера отстреливал. Хотя, Ван, знаешь, на самом деле это дурацкое место. Я говорил, что у нас... там чувак сидел недаром. Там, по сути, полигон идет. Тут война идет за эту территорию. Там, конечно, нам нужно взрывать мосты вот эти. А секунду, мы от моста взрывали. Да ладно. А это реально бред, там чувак сидел? Это же вот, я думал, мы здесь... Чувак, там, где я нахожусь, пацаны перешли на соседнюю зону, начинают что-то лопатами копать здесь. Они окопы делают, наверное, для атаки. Я сейчас иду, короче, тут пытаюсь повоевать, а потом, если умру, к тебе. Ну, ребята, мы это сделаем. Просто, понимаете, мы проникнули на одну территорию вглубь. А там пишут проникнуть глубоко, им там на 3-4 территории. Мы это сделаем. Просто кто его знал, что там какой-то будет мужик сидеть и оборонять. То есть, видите, мы прошли через одну зону, думали, пройдем без проблем дальше. То есть, типа, а там мужик сидел, и Авана подснул. Я не шел, потому что мне было, на самом деле, жалко это, технику терять. Эта техника хорошо вас высаживает. Вы высаживаете пачку людей, ну, скажем, которые занимаются такими деятельностью подрывной. Но нам нужно, чтобы нам в группу вступили. А, прошел. Так, набежать, конечно, далековато. Думаю, добежим. Минуты две. Интересно, если бы ты кинул мамоном в бункер, что-то было бы тому чуваку внутри? Или нет? Их его знает. Че так тихо, на самом деле, спокойно пока. Вообще деревянные укрепления, деревянные бункеры. И не думаю, что они сильно надежные. Так. Машинки слабенькие, пушки стоят. Видите, мы все ближе и ближе. Поле боя. Чувак, тут походу арта обстреливает нас, причем нехило. Чувак, я заминировал всю дорогу с минами. Опа, стреляет с винтовок. Лучше автомат достать. Слышите, мы все ближе и ближе к фронту. Боже, тут 12,7, по идее, стреляет пулемет. А вот и ребята здесь. Тут танк даже. Так, наш конь не задавил нас. Это, короче, мост. Стандартный этот мост безумный. Убил одного. Там танк подъехал, я на мост. We can get closer. Там минометами строчат. Monster in, guys, monster in. Так, 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 так. Знать бы, где наши, где враги. Да что за нахрен? Как я не знаю, кто стреляет? Что за бред? Моя умер, по всей видимости, есть... я то открою течение. А есть доты с автоматическим огнем? Я чуть не могу понять. Я только что бежал, у меня куча дотов начала стрелять по мне. Думаешь, думаю, это... не чуваки, блин. Просто как-то странно, чуваки сидят в каком-то доте, блин, и втроем или вчетвером. Так, а ты где вообще находишься? Верхняя территория, короче, сейчас скажу. А кто там появился вообще? Ну, я не знаю, заспавнился там, где мы с самого начала с тобой начинали. Это территория, сейчас я точно скажу название. Ладно, я go to home регион пойду, и потом высажусь. Вот, я нахожусь, не понял. А где ты нахожусь? Чё такое? Покажите мне, где я.
Я говорю, что потерялся. А что ты не пок... А, не, надо показывать. Смотри, короче, я верхний регион, там, где вот ты был. Ты шел на мост, а я вверх иду, типа, вот... Название скажи просто. Короче, ну, ты по названию как найдешь? Аль... Temple Island, что ли? Alchemist Estate? Alchemist Estate. Alchi. Да, я не вижу, там, там закрыто чем-то еще, каким-то названием. Да, я расстаюсь. Кто-то метки свои сейчас ставил. Сейчас буду. Короче, я рад, что на сундуке короче, можно там на технику ставить. На мосту просто не хочу драться, там неинтересно. Тут мост его невозможно взять, мне кажется. Его проще guys, спины обойти. Вот, тут Hydra Whisper, он есть. Взрывчатка Hydra Whisper тут, прикинь. Я пока не вижу ее, где тут нашел. Есть она, такая палка, Hydra Whisper называется. Эти палки взрывают хорошо здание, если закладывать. А, я понял. Ладно, я возьму пару грен. Возьму автомат. Там все людей много вообще, типа... Да, там, там бегают. Я одного, говорю, убил одного, один танк там уехал. Я заминировал полностью им дорогу, по которой они снабжение доставляют. Я все мины туда выкинул, заложил просто. Пускай они разминируют теперь их. Так, я бегу. 7.62. Я сейчас заряжаюсь тут. Ну, типа, патрончики я беру. Еще одну мину, наверное, возьму. Газом там работают или нет, ребята? Не. Там не, там в дотах сидят. Там доты, танки ездят, там the снабжение машин целая куча у них гасает, это да. Can you get in? Are you able to? Так, ты готов? Поехали. Сейчас, жди, винтовку заряжу. Я взял винтовку, я не брал, типа... А ты где сейчас вообще? Сзади меня. Не, я думал, ты уже поехали, я думал, что ты имеешь в виду. Машина какая-то есть, я уже думаю, о, неплохо. Только там осторожно, там доты, они, блин, настроены. Я не понимаю, кто сидит у них в дотах. В чем прикол сидеть в тех дотах? Стрелять? В таких дотах сидят, в таких, да? Не, такие, типа, блин, не знаю. Короче, деревянные доты, как дома разрушены. Они сидят тупо там. Не понимаю, зачем. Ты где там? Иду, иду. Я просто немножко перегружен, я там грен набрал. Кто перезаряжается? Это я. Просто анимации не было, я подумал, что враг. О, ночь, как раз сейчас я заминируем все. Да я, блин, не брал для Hydra Whisper. Ты взял Hydra Whisper? Я взял кучу мин. Хорошо. Не, я взял эти, я мины противотанковые взял. Я Hydra Whisper не брал, зачем она мне? Пошли, переходим. Там что есть сбоку? Там танк у них по границе ходит. Мы его не взорвем так. Я базуку тащить не хочу так далеко. Хотя можно эти одноразовые, но они неэффективные там эта штука. Опа, что тут за война уже? Бежим, 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 бежим. Чувак, что это вообще за хрень? Одни выстрелы. Ползешь? Да. Вот есть, а когда... это наши, чувак, это наши, посмотри, посмотри, сколько это наших сбоку. Зацени. О, да, жесть. Зацени сюда. Тут танки, блин. Пошли минировать, пошли срать им. Идем в другую сторону, идем за мной. Идем, идем. Пошли, идем срать им. С тылу застрём им все. О, а, это, блин, это наш. Пошли за мной. Шон, за ним все пойти или что? Follow me, please. Блин! Бегите! Рыцарь, бегите! Пошли, Димон, пошли, 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 не идем за ним. Я тоже не вижу смысла за ним. А блин, как туда залезть? Залезть сюда. Пошли, 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 сейчас мы. У нас свой путь. Лучше винтовку бери, что фиг знает, что можно встретить. На каждую... Это мои мины, видишь, что я одну тут танк был, я заложил, чтобы он не мог заехать сюда. Так, идем за мной, я покажу, где я заминировал полностью дорогу. А как они вообще видели? Я одну как нас видели их что? Так, тихо. Пошли. Идем, идем вверх. Черт. Я тебе покажу сейчас. Что едет? Что едет? Там, там, там. Что едет? Взорвался на мины. Думаешь? А-а-а! Не, нет, машина, машина. Там машина гнала. Блин, нам бы мост заминировать тот.
У меня нету мин, блин, противотанковых. Иди сюда. Офигово, что я не могу стрелять без этого. Тут не... А как что-то я промчался? Я пока пытаюсь... Он взорвал уже. Человек! А, чувак, солдат! Да, с этой винтовки хрен постреляешь. Очень слишком большой разброс. А, ты зря так. Сейчас снимут сейчас. Эта винтовка вообще хреново стреляет. Надо было автомат брать. Зря я автомат не взял. Тихо-тихо-тихо. Я сейчас все тут заминирую. Давай. Пошли. Уходим, у меня мин больше нет. Я тебе могу дать грену, если хочешь. Возьми пару грен, чтобы кинуть. Как это против... На пехотную. Как кинуть? На землю кинуть? А, дропы там. На одну такую и одну взрывную. Вот. Я какую кинул грену сейчас? Вот, на такую, две грены. На газовую. Одна газовая, одна взрывная, она против пехоты. Это все против пехоты. Пошли. На тройку ставишь. Ты забрал вторую? Вторую не забрал, кажись. Да. Не забрал. В смысле, забрал? Да, пошли. Пошли. Это, короче, на тройку кейса. Чеки можно кинуть. Идем туда, в тыл идем. Идем в тыл, зайдем им. Сразу скажу, что очень тяжело целиться в винтовке. Мы... Надо стоять, видишь, разброс очень большой. Бляха. А вот он, чувак, что у меня? Я его все равно не вижу. Уходим. У тебя много рожков вообще? Два еще. Ты, по сути, в сражении ты будешь намного эффективнее, чем я. У меня нужно лежать с этой винтовкой, Они тут что-то строят. Смотри, Димон, граната, Пишу. Граната. У нас нету взрывной. Есть боевая граната. Их. Думаешь, она сработает? Хрен его знает, что-то строят. Дот опа! Кидай его, хрена ему! Он побежал. Взорвался. Убили. Хорош. Мне надо аптека, я кровоточу. Мне аптека нужна. Блин, у него, идем посмотрим. Газ! О, там газ! Тут ловишь газ! Я понимаю, я его убить хотел. Танк, уходи! Сука! Ладно, мы двоих пришили. Блин. Я его добил тоже. Сейчас там танковый надо взять, еще хрена будет. Наверное. А ты видел, грена, кстати, неплохо взорвалась. Она его разнесла. Блин, а грена неплохо взорвалась. Вы видели, пацаны? Она его достала. Я думал, что не достану. Хорошо, точнее, стрелять нужно проще ложиться или приседать. Да, ну проще автомат брать. Видите, автомат эффективнее. Вот он автоматом жах-жах-жах и порешал. А с винтовки там... Что за хрень там? Вот убивают друг друга. Мамоны можно взять. Они против танков. Я беру еще мины. Я возьму гренадера и возьму как бы мамонов. А мамоны против техники хороши. Возьму пару пехотных и пару танковых мин. Была бы танковая мина, мы могли подорвать этот танк. Мы так хорошо подкрались. Если честно, красиво зашли. Так, возьму нормальный автомат наконец-то, даст. И возьмем, наверное, я сейчас там все, я сейчас варожка. По периметру заминируем все, чтобы все сломать, ну, ничего подъехать не могу. Так. Молоток можно не брать, наверное, он такой вес добавляет. Нам нужно мобильными быть, если мы диверсанты. Блин, не по нам стреляют. Yo, you guys need PMATs? Артиллерия или чем? Так, Ваван, я беру, наверное, две взрывные обычные и мамоны наберу пару. Либо лучше против танков брать мины, как думаешь? О, грены. Я против танка набрал, а грены я знаю. А ты все равно не взорвешь одной греной его, так что, блин. Так я могу, да дофига, я взял гренадера. Не убегай пока далеко. Не убегаю. Два рожка хватит на пехоту? Я три берусь, обычно. Guys, can I repair anything? Блин, тяжелый. Я возьму одну такую грену. Я взял две осколочные, две танковые. Две танковые хватит или больше? Три танковые взять? Набери две. Там один танк, этот постанок, он патрулирует там. А, ну возьму три. Там надо его как-то остановить. Надо его кольцо минами заложить вокруг мины, чтобы он выехать не мог. Его наши расстреляют, там наши три танка. Я могу минами закатить. Я не знаю, 90 килограмм это немного, ты сколько взял? Процентов точнее. Я взял сейчас
Я нагружен на 70. Я 92, пошли. Я, короче, гренадер. Видишь, как отличаюсь? Блин, ты быстрее бежишь гораздо. Может, автомат спрятать? У тебя что, базука, что ли, или мне показалось? Не-не, это я автомат, я просто приседаю. Кстати, мы неплохо там на задних тех порешали. Они даже не ожидали нас увидеть. Сейчас надо полностью заминировать там весь ряд, чтобы они проехать не могли. Потому что мои мины уже взорвались, две штуки. Кто-то уже подорвался на моих минах. Потому что там я больше... Там машина какая-то гнала, и она, я увидел, рванулась. Но она что-то... Ну, как бы не было уничтожено, она проехала дальше. Блин, кто стреляет? Наши это? Не знаю, тяжело сказать. А это наши, это наши. Давай по самому краю зайдем. Я стик-бомбу возьму сразу на противотанка. Если еще... Кину грены противотанковые. Там удивляется, что ты тащишь. Фашист, фашик, тут фашик. Где я он? Убил? Убил? Убил, молодец. И тебя вон тащат. Стой, его не... Добей газ. Его, добей. Добей, он там еще. Так, да, он. Я посмотрю, что у него было. Так, я прикрою тебя, может, напарники еще могут быть. Ох, нихрена себе у него тут. У него лента, он станковый пулемет таскал с собой, прикинь. 12,7. Блин, зацени, зацени, 12,7, что у него. Хорошо, если так. И радио, газмаски я возьму у него. Блин, станковый пулемет, это, конечно, блин, его бы забрать. А, ой, я ведь тпшнулся, Аван, бляха. Одного еще убил, еще один, их двое. Я тпшнулся, Аван. Убил третьего, Дима убил троих. Они загрузились, это хорошо. Я обратно возвращаюсь на территорию. Я пытался залатать труп, а посмотреть, что на трупе, нажал Е и тпшнулся. Вот это большая ошибка разработчиков. Никогда не делайте взаимодействие совсем на одну кнопку. Сделайте, чтобы, ну, не было наслойки. Чувак, спасибо, Топтыга, за переподписку. Чуваки запакованные. А ты где, кстати? Чуваки запакованные, реально. Я тебя не вижу. А, я там, я на другой стороне же. Ты перешел? Не, не перешел, я еще не перешел, я тут нахожусь, типа, ну... Бляха, Вован! Я написал уже, я прыгаю туда, отпрят, типа, на другой стороне. На какой другой стороне? Что это такое другая сторона? Так, короче, там, где мы были, там где-то труп был. Я троих, ну, тут завалил. Я на другой стороне, я жду, на уже перешел на зону, потому что я не понимаю, что у тебя за другая перешел сторона. Какая, блин. Ох, пацаны, тут такие запакованные пацаки. Ладно, пошли. Куча лежит этих территорий. Спасибо, кстати, Топтыга. Перехожу. А ты пошел в кусты? Кто в кустах? Блин, нет, я карту перехожу. Открывал. Там кто в кустах? Не знаю, кто. А ты сейчас где? Под самому краю иду. Я перешел на эту сторону и по самому краю двигаюсь. Там, где мы мины устанавливали. Иду дальше, мины там заложу. Это они там ничего не могли проехать у них. Это наши, походу. Они что-то строят, они вышку здесь строят. Ты что, уже прошел? Убил чувака с вышку. Он не построил вышку, взорвал его вышку. У него ресурсы были, если так. А, блин. Да-да, сейчас посмотрю. Так, а ну? Я тебя вижу, все. А, да, у него ресурс. Еще, вижу, еще, Пашика. Стрелять туда. Как он начинал? Что за бред? Отходи, а там за деревом, там не пробьешь его. Он добьет меня сейчас, по идее. Я ничего не могу сделать. Я кровоточу. Но он убежал с той позиции. Он легко идет. Он очень быстро бегает. Я умираю, он меня уже не... Он опять там. За деревом. Меня тоже убили. А кто тебя убил? Он же, он меня ранил просто. Я кровоточил, я пока отбежал, я сдох. Ну, короче, смотри, тут очень выгодно сидеть с деревьями. Мы так в него разрядились с автоматов, а он при этом, блин, даже не коснут был. Там, по идее, защита, что ли, высокая, или что? Он тупо сидел, наши пацаны идут. Наша группа идет сзади там. Блин. Так, короче, ладно, давай на этом остановимся, завтра продолжим. Ну, у нас, да, техника, думаю, есть, танк у нас построится. Хорошо, в общем, не повоевали. Да, неплохо сегодня. Добывали ресурсы, даже...
немножко повоевали, завтра мы уже танк сделаем, уже поедем на танке. На танке будет более эффективный прорыв зон вражеских. На этом спасибо, ребят, за просмотр. С вами мы прощаемся, увидимся уже завтра. А вы не забывайте фолловиться на канал, ставить лайки на ютубе и подписываться. Всем пока.